Солнечная станция вызывает Землю. Как слышно, прием. Я Александр Соколов. Я приветствую вас на научной станции номер 8. Это уже 8-е наше мероприятие, но впервые оно проходит полностью онлайн. Ну, как вы понимаете, это не от хорошей жизни, но зато такой формат позволит вам, откуда бы вы нас ни смотрели, из каких городов или стран, позволит вам задать вопросы нашим гостям. Мы вернули деньги за билеты и благодарим тех, кто решил поддержать нашу трансляцию и отказался от возврата. Отдельное спасибо нашим патронам на Патреоне, нашим спонсорам на YouTube. Если вы хотите поддержать наше мероприятие, то это можно сделать по ссылкам, которые есть в описании к этому видео. Сегодня мы будем говорить о палеонтологии. Когда мы слушаем палеонтологов, то невольно возникает вопрос. Вот они так гладко все рассказывают, а откуда они это все знают? Ведь у них на руках только кости. А как по этим костям понять, какого размера динозавр? Какая была у него температура? Это вообще мальчик или девочка? Это взрослый или детеныш? Сколько он жил? Что он ел? Как он, в конце концов, размножался? И сегодня у нас в гостях уже постоянный наш спикер, доктор биологических наук, палеонтолог, специалист по мезозойским позвоночным Павел Скучас, который расскажет, как с помощью хитрых современных научных методов палеонтологи извлекают порой самую неожиданную информацию из ископаемых костей. Павел выступает у нас впервые. Ой, нет, конечно, Павел у нас выступает не впервые, далеко не впервые. А вот его оппонент не только впервые появится у нас, но и вообще первый раз явит свое лицо широкой публике. Это Дмитрий Соболев, который также, возможно, вам известен как упоротый палеонтолог. И он будет задавать Павлу каверзные вопросы, в том числе по поводу фальсификации, потому что известно, что вот эти все кости динозавров, это же на самом деле все ерунда, подделки. Итак, значит, у нас первый час выступает Павел, потом в течение получаса будет диалог между Павлом и Дмитрием, а затем уже последуют ответы на ваши вопросы, которые вы можете писать в чат-трансляции. Значит, если вы еще хотите поддержать нашу трансляцию, пишите в суперчат. Вы, ну, кто-то из вас, наверное, знает, что это такое. Так, вроде я все сказал. Да, еще у нас за лучшие вопросы призы. Приз, дайте мне, Павел, пожалуйста, приз, я покажу. Значит, это вот такие вот замечательные футболки нашего последнего форума. Два автора лучших вопросов. Наверное, Павел выберет одного победителя, Дмитрий выберет другого, получит вот такие классные футболки. А сейчас я поблагодарю тех, кто нам помог. Сегодня гостеприимную площадку Лен Полиграф Маш, Ирину Фролову, Виталия Крауса, Ксению Аблес, Павла Краснова, Георгия Соколова, Маришу Яковлеву, Александра Панчина, Евгению Тимонову, Олега Валерского, всех, кто нас поддержал. Лаборатория научных видео, сайт Топус, Суровый технарь, Зооком-клуб упоротого палеонтолога. А теперь пристегните ремни, научная станция стартует. Прошу. Добрый день! Сегодня мы действительно будем разглядывать кости, но сделаем это немножко необычным путем, необычным способом. Мы не будем обращать внимание в основном на внешнюю морфологию, анатомию. Мы погрузимся внутрь костей и попробуем разобраться, как внутренняя структура этих самых костей может дать потрясающую биологическую информацию о жизни древних существ, динозавров и не только. Поэтому сегодня мы действительно будем разглядывать кости динозавров и других ископаемых животных, но постараемся сделать это изнутри. Начнем, наверное, издалека, для того, чтобы разобраться во всех проблемах, во всех темах, связанных с внутренней структурой костей. Мы начнем с самого начала. Чем же занимается палеонтолог и что же за такая наука, эта самая палеонтология? Палеонтология – это наука, которая занимается ископаемыми древними вымершими организмами, которые сохранились в виде окаменелости или фасилий. Таким образом, предметом изучения палеонтологии являются эти самые окаменелости, по-другому их можно назвать ископаемые, по-другому фасилии. Если очень грубо, без особых деталей, то можно разделить эти самые фасилии на три большие группы. Первая группа – это субфасилии, вторая группа – настоящие окаменелости,
или эуфосилии, и третья группа – это следы жизнедеятельности. Надо сказать, что в этом ряду падает количество биологически интерпретируемой информации. Теперь пару слов о каждой из групп эуфосилий. Субфосилии – это когда сохраняются мягкие ткани. Ярким примером субфосилии является замороженный мамонт. Если сохраняются скелеты, части скелета, фрагменты стволов деревьев, которые уже не имеют мягких тканей, но сохраняют некую структуру, это настоящие окаменелости. Кстати, отпечатки тоже относятся, и ядра, внутренние ядра, например, раковин, тоже относятся к настоящим окаменелостям. Следы жизнедеятельности – это все, что успело наследить животное или другой организм. Ну, в самой простой форме это действительно следы и следовые дорожки. Что же отличает палеонтологию от других биологических наук? Это радость и проклятие палеонтолога одновременно. Все дело в том, что изначально предмет палеонтолога находился в биосфере, он был живым, потом оказался в литосфере, прошел через геологическую оболочку Земли, и уже из нее палеонтолог, ну, например, в ходе раскопок, извлек и стал изучать. На самом деле копают литосферу и извлекают из Земли разные интересные вещи, не только палеонтологи. Тут мне пару слов, конечно же, хотелось сказать, чем палеонтолог отличается от археолога. Потому что даже на последнем форуме «Ученые против мифов» к нам подошли две очень приятные девушки и сказали: давайте, археологи, с вами сфотографируемся. Вы же изучаете динозавров, значит, вы археологи. Нет, археологи изучают все-таки человека, прошлое человека, ориентируясь на материальные объекты этого самого человека. Палеонтологи все-таки изучают ископаемых древних животных и не только их, то есть любых древних организмов. Очень редко, но объекты археологические и палеонтологические совпадают во времени и в пространстве. Например, в местонахождении Луговское, неподалеку от Ханты-Мансийска, был обнаружен позвонок мамонта, в котором застрял наконечник копья. Мне, как палеонтологу, скорее интересно возраст этого самого мамонта. Ну, а археологу будет интересно, конечно, вот само орудие древнего человека. Ну, при этом, конечно, произойдет обмен информацией. Очень часто палеонтологические новости перерастают, изменяются, и палеонтологи замещаются очень быстро на археологов. Простой пример. Сообщение о находке, об обнаружении древней черепахи, которой 130 миллионов лет. Найдена была черепаха на территории Якутии. Эта находка была описана в том числе и нашим палеонтологическим коллективом. Тут же, это абсолютно достоверная информация, буквально через несколько часов новая публикация, и заголовок сильно изменился. Археологи нашли останки черепах. То есть археологи, конечно, не могут найти, вернее, не могут, но они занимаются людьми. 130 миллионов лет назад людей не было. Очень четко надо разделять палеонтологов и археологов. Палеонтологи используют очень разные методы для изучения своих объектов. Сейчас многие методы, которые еще 5, 10, 15 лет назад были абсолютно уникальными, стали обычными, рутинными. И за счет этого, в общем-то, палеонтология, в том числе за счет этого, палеонтология переживает свой рассвет, свой ренессанс. Какие методы используют современные палеонтологи? Компьютерную томографию, сканирование, подготовка тонких срезов, эта область называется палеогистология, изотопный анализ и многое-многое другое. Я остановлюсь буквально на паре методов, потому что это важно для нашего дальнейшего разговора. Первый метод – это компьютерная томография. Некоторые, может быть, сталкивались с ней, им, конечно, не дай бог, потому что по медицинским показателям, но тем не менее, пару слов о компьютерной томографии. В чем смысл? Есть источник рентгеновского излучения, есть детектор, который получает, по сути дела, рентгеновский снимок, переводит его в электронную форму, в отдельный файл. Объект, который вы изучаете, ставится посередине, и этот объект должен совершить поворот на 360 градусов. Либо сам детектор и источник рентгена тоже делают поворот на 360 градусов. Смысл такой, чтобы объект был сфотографирован многократно и с разных сторон. На выходе мы получаем компьютерные такие файлы, так называемые стеки, где много-много отдельных снимков. Что с ними делать дальше? Вот как работают с ними палеонтологи? Здесь вы можете увидеть мозговую коробку панцирного динозавра, а остальное – это отдельные снимки рентгеновские этой самой мозговой коробки. После этого начинается очень долгая рутинная работа по обведению отдельных структур, отдельных полостей.
Иногда эта работа по обведению работы с отдельными файлами и со стеками занимает несколько дней, недель. Бывает очень по-разному, но в итоге палеонтологи получают не только изображение, да, 3D-реконструкции своего объекта, но также, используя обведение полостей, могут получить информацию о нервной кровеносной системе. В данном случае была реконструирована кровеносная, часть кровеносной и нервной системы этого самого панцирного динозавра. Динозавра, кстати, вот статья с описанием этой работы выйдет, я надеюсь, достаточно скоро, в апреле. Подготовка тонких срезов или палеогистология тут тоже достаточно просто. Делается срез кости, тонкий, помещается на стекло, фиксируется предметным стеклом сверху и потом изучается под микроскопом. Все просто. В результате палеонтолог, используя разные методы, может в некоторых случаях рассказать, получить информацию о том, где и когда жил организм, об анатомии, о строении организмов, о родственных связях, это называется филогения, то есть кто от кого произошел, кто кому родственник, образ жизни, было ли животное водным, наземным или могло летать, место в экосистеме, хищник или травоядный, элементы поведения и опять же много-много другое. Направление исследования определяет качество материала, собственно, то, что нашел палеонтолог, и фантазия этого самого палеонтолога. Очень важный момент, что в ходе исследования должны быть получены результаты и сделаны научные выводы. Я очень люблю спрашивать, а что же является конечным научным продуктом работы палеонтолога и на самом деле работы любого ученого? Конечным научным продуктом является публикация в рецензируемом научном журнале, глава в книге научной, либо целая книга. Обязательно, прежде чем статья с новыми данными будет опубликована, она проходит рецензию, есть научные рецензенты, это специалисты в области, в данном случае палеонтологии, которые поправляют ошибки, делают какие-то замечания, они улучшают рукопись, и, в общем-то, они выносят вердикт, а можно ли это публиковать. То есть любая рукопись должна, прежде чем быть опубликовано, пройти научное рецензирование. Путь палеонтологического материала, он достаточно длинный. Да, он начинается в экспедициях, потом идет его очистка, припаровка от различного, от личных примесей, от породы, которая на них налипла, потом формируется научная коллекция. Естественно, сегодня мы не имеем возможности рассказать про все эти пути, все эти этапы. Про экспедиции это совершенно отдельный разговор. Но мы чуть-чуть поговорим про эту часть. Как тонкие срезы костей, как компьютерная томография, как исследование внутренней структуры костей помогают нам сделать различные результаты. Итак, сегодня мы говорим про кости. Кости – это характерная особенность большой группы животных, которая называется позвоночные. Позвоночные характеризуются наличием внутреннего скелета, который построен либо из хряща, либо из костей, либо из комбинации того и другого. К позвоночным относятся и рыбы, да, и амфибии, и рептилии, и птицы, и млекопитающие. То есть мы с вами тоже, естественно, позвоночные. И к позвоночным относятся также древние многие животные, например, динозавры или летающие ящеры, птерозавры. А характерным, как я уже сказал, особенностью позвоночных является наличие костей. Кость – это регистрирующая структура. Ну, кроме костей, регистрирующими структурами является дентин и эмаль. Теперь пару слов, что же такое регистрирующая структура. Это такая структура, в которой записано изменение в физиологическом состоянии животного, либо по-другому можно сказать, записано индивидуальное развитие. Жизнь животного в чем-то там может быть записана. Хороший пример, что такое регистрирующая структура, совершенно уйдем в сторону. Я думаю, что многие из вас были в лесу и видели спиленные пни. Вы видели, что там есть годовые кольца. Можно посчитать, сколько годовых колец и понять, сколько дерева жило. Можно оценить расстояние между годовыми кольцами и понять, в какие года дерево росло быстрее, в какие года медленнее. Потому что дерево, древесина, это тоже регистрирующая структура. Кость можно изучать совершенно на разных уровнях. Можно изучать на общем уровне, на морфологическом, то есть смотреть, как кость устроена, какие есть бугорки, как крепились мышцы. Можно уйти на уровень ниже, этим мы будем, естественно, заниматься. Можно изучать микроанатомию.
какие есть полости или, наоборот, кость очень плотная внутри. Можно уйти на уровень тканевой, это гистологический уровень, смотреть, как организована костная ткань. Можно погрузиться на уровень клеточный, так называемый цитологический, а можно даже дойти до молекулярного уровня. Вот сегодня мы постараемся пройти большинство этих уровней. Итак, кость – это живая ткань. Вот это очень важно помнить. 30% – это органические компоненты, в основном это белок, структурный белок коллаген. 70% – это минеральный компонент, который называется гидроксиапатит. По сути дела, такие фосфаты кальция. С ней кальций и фосфор обязательно присутствуют в составе костной ткани. Я думаю, что многие из вас помнят описание такого школьного эксперимента, когда кость кидали в костер, выгорал полностью органический компонент, кость сохраняла свою форму, но при этом становилась очень хрупкой. Если убрать органический компонент, кость становится хрупкой. Другой путь, другой вариант эксперимента – это поместить кость в кислоту. Я нашел в интернете такое замечательное руководство по экспериментам для школьников и в том числе обнаружил домашний эксперимент для детей «Гибкие кости». Если поместить кость в кислоту, вымывается минеральный компонент, коллаген остается, и кость, в принципе, даже можно завязать узлом, потому что она становится очень гибкой. Минералы уходят, органический компонент остается. Мне очень нравится вот в описании этого эксперимента вот это вот дополнение маленькое. Для эксперимента необходимо брать кость от курочки из птицефабрики. Кости от домашних кур слишком крепкие и гнуться начнут только через месяц замачивания в уксусе. То есть для того, чтобы растворить кость, надо подбирать не собственно кость и кислоту, в которой вы будете ее замачивать. Кость, как я уже говорил, это живая ткань, и она формируется клетками. Основные клетки, которые формируют кость, называются остеобласты. Они ответственны и за характер кости, и за ее тип, и так далее, и так далее. Остеобласты могут делиться. Когда они делятся, некоторые из них погружаются в костную ткань, становятся замурованными в нее, и с этого момента остеобласт становится остеоцитом. То есть мы можем посмотреть, такая вот реконструкция, сидят остеобласты, они делятся, часть из них уходит в костную ткань, становится остеоцитами. Если мы смотрим внимательно на реальный срез, то мы увидим, естественно, то же самое. Вот в центре, на синем-синей это кость, сидят остеобласты, внутри кости уже сидят остеоциты. Есть еще один тип клеток, который очень важен для нашего разговора. Это крупные, похожие на амеб, многоядерные клетки, макрофаги, которые называются остеокласты. Они могут растворять, резорбировать, уничтожать кость. И это выглядит, конечно, очень устрашающе. Вот приходят остеокласты, такие амебы, и начинают выгрызать в костях дырки. Если мы говорим про хрящ, то тут полная аналогия с костной тканью. Хрящ формируется хондробластами. Когда хондробласты погружаются, собственно, внутрь хряща, они становятся хондроциты. Есть клетки, которые могут этот хрящ растворять, они называются хондрокластами. Всего существует два типа костей по своему происхождению – покровные и замещающие. С покровными костями все достаточно просто. Они формируются в коже без всякого хрящевого предшественника. То есть остеобласты собираются и начинают формировать кость. Кстати, к покровным костям относятся многие кости нашего черепа, например, теменная, лобная. Замещающие кости формируются более сложным путем. Сначала появляется хрящевой предшественник, потом он начинает замещаться на костную ткань, и еще поверх этого самого хрящевого предшественника нарастает костная ткань. К замещающим костям относятся, например, позвоночник, ребра, кости наших конечностей. Еще один важный момент, который нам понадобится в нашем разговоре. После формирования кости кость не остается неизменной. Постепенно она начинает менять свою внутреннюю структуру. Вот такое изменение структуры кости называется ремоделинг, преобразование. И как раз ответственны за ремоделинг, за преобразование костной ткани клетки, которые называются остеокласты. В результате деятельности остеокластов появляются такие образования внутри кости, которые называются гаверсовые системы, либо вторичные остеоны. Как это происходит?
остеокласты выгрызают дырку в кости, сразу же за ними садятся на поверхность этой дырки остеобласты, и остеобласты начинают выделять кость, и дырка постепенно зарастает. Вот у меня возникла полная такая аналогия со строительством метро. Вот, проходческий щит, он как вот остеокласты вгрызается в породу, а затем уже как остеобласты формируют кость, то уже идут другие рабочие и делают внутри туннеля, например, тюбинги. То есть, аналогия очень, очень такая прямая. И кость у нас внутри преобразуется постоянно. Вы просто представьте, что сейчас во время вот нашей трансляции миллионы остеокластов грызут вашу кость, и миллионы остеобластов заделывают дырки в кости. Существует три типа самой костной ткани, самого костного матрикса. Плотный, рыхлый и параллельно волокнистый. Я попытаюсь быстро объяснить, в чем разница. Итак, плотная костная ткань формируется очень медленно. Коллагеновые волокна, которые отвечают за характер и тип кости, костного матрикса, располагаются в плотной костной ткани параллельно друг к другу, очень плотно друг к другу, очень структурированно. Для того, чтобы все это было структурировано, требуется время. И плотная костная ткань формируется медленно, при медленном росте. Вот представьте себе, что вот у нас есть время, и вот мы сначала положили коллагеновые волокна, потом вокруг них произошла минерализация. Вот плотная костная ткань характерна как раз для медленно растущей кости, и мы ее можем встретить у большинства современных амфибий и рептилий. Совершенно по-другому формируется рыхлая костная ткань. Она формируется во время быстрого роста. Вот представьте, что у нас стоит задача быстро что-то сформировать. Да? Тогда мы не будем уже обращать внимание на красоту, на структурированность. Мы просто очень быстро накидаем все. И действительно, рыхлая костная ткань в основе своей имеет разнонаправленные минерализованные волокна коллагена. Ну и получается, что есть такой промежуточный вариант. Кстати, рыхлая костная ткань характерна, например, для современных млекопитающих и птиц. Ну и промежуточный вариант, когда вроде бы мы так все выложили более-менее параллельно, но не так аккуратно, как в случае плотного костного матрикса. Это некий промежуточный вариант, и он называется параллельно волокнистая кость. Она встречается у совершенно разных современных позвоночных. Кроме этого, внутри кости, совершенно по аналогии с деревьями, формируются годовые кольца. Как только прекращается рост животного, рост кости, в связи с неблагоприятными, например, условиями, формируется кольцо. Вот такие кольца действительно формируются у большинства позвоночных ежегодно. Тип костного матрикса, наличие годичных колец и так далее, могут влиять на организацию кости. И действительно, организация кости может быть разной, но мы остановимся на двух основных типах. Первый тип – это когда имеется очень плотная кость, мы о ней уже говорили, очень мало сосудов, а надо сказать, что наличие малого количества сосудов, опять же, свидетельствует о медленном росте. И в этом же варианте организации костей присутствуют ростовые метки. Вот годичные кольца. Вот такой тип организации кости характерен для современных амфибий и рептилий. Совершенно по-другому выглядит кость у современных млекопитающих. Огромное количество кровеносных сосудов. Рыхлая кость характерна. Ну и ростовых меток либо мало, либо они вообще отсутствуют. Надо отметить, что вот такой вариант организации костной ткани характерен не только для современных млекопитающих, но и для птиц. И он же был характерен для большинства динозавров. Анализируя различные варианты организации кости, организацию костного матрикса, как он выглядит, анализируя ростовые метки, плотность кости, степени ремоделинга, мы можем делать различные биологические интерпретации, то, как жили древние животные. Давайте разбираться с этим поэтапно. Начнем с самого простого – определения возраста. Тут нам помогут как раз годичные кольца.
Все очень просто. Мы делаем срез, считаем эти самые годичные кольца и определяем, сколько лет животное прожило. Вот такой подход называется скелетохронология. И он был применен, например, когда ученые пытались понять, сколько лет тираннозавр жил, когда он начинал расти быстро. Взяли несколько, сделали несколько срезов от разноразмерных скелетов. В каждом из этих срезов посчитали количество годичных колец и поняли, сколько тот или иной тираннозавр жил. Получилось, что примерно до 10 лет рост был не очень быстрый, потом взрывной рост и выход на ростовое плато уже в районе 20 лет. И самый старый скелет тираннозавра — это вот ближе к 30 годам, вот, оценка возраста. Мы можем определять такой относительный возраст древних животных, даже не используя годичные эти самые кольца. Мы можем определять, молодое животное или старое. В этом нам поможет как раз ремоделинг, преобразование костей, степень преобразования костей. Очень, на мой взгляд, интересный случай, когда в Европе были обнаружены кости динозавров из группы завроподы. Завроподы — это гигантские динозавры, но в данном случае кости были мелкие. И завроподы вроде были карликовые. И возник спор, а действительно ли это карликовые завроподы или это детеныши более крупных форм. Точку в этом вопросе, в этом споре поставила как раз гистология, изучение тонких срезов. Оказалось, что несмотря на свои небольшие размеры, костная ткань была очень сильно преобразована. Там были сплошные вторичные остеоны. А вот как раз преобладание вторичных остеонов над первичной костной структурой свидетельствует о том, что животное преклонного возраста. Другой такой маркер, как определить старое животное, как отличить старое животное от молодого, надо посмотреть очень внимательно на внешнюю часть кости. Если мы видим во внешней части кости несколько сближенных ростовых линий, это называется внешняя фундаментальная система, то значит, животное достигло максимальных своих размеров, оно больше расти не будет. Этот скелет дальше не будет увеличиваться в размерах. Ну и зачастую используют комбинации этих самых подходов. Мы можем найти вот у этой вымершей лошади, у Гипариона, во-первых, внешнюю фундаментальную систему, несколько сближенных линий, и посмотреть вглубь кости, и увидим, что там сплошные вторичные остеоны. Кость сильно замещена, это значит, что животное было с преклонного возраста, оно было старым. Иногда, если сохраняются годовые кольца, мы можем определить, достигло ли животное половозрелости, и если достигло, то когда. Все очень просто. Пока животное не половозрелое, оно быстро растет. Расстояния между кольцами большие. Потом происходит резкое сокращение дистанции между ростовыми кольцами. Это значит, что рост животного замедлился. Как раз замедление роста совпадает с половозрелостью. Просто ресурсы организма перебрасываются с роста на размножение. Таким образом, мы можем иногда и определить момент достижения половозрелости. Мы можем по срезам костей, анализируя организацию костной ткани, определить, как росло животное, да, и в какие года оно росло, и каким образом. Вот давайте посмотрим вот на этот срез оленя. Мы видим очень большое количество кровеносных сосудов, значит, рост был быстрым. Далее прекращение роста, годовое кольцо, первый год закончился. Второй год, опять же, быстрый рост. Третий год быстрый рост и четвертый год быстрый рост. Мы можем сделать вывод, что олень достиг своих максимальных размеров за 4 года, и это было быстро, рос он быстро. Другая совершенно ситуация у современных амфибий и рептилий. Там плотная костная ткань, рост гораздо медленнее, но тоже характерен цикличный рост, то есть несколько лет. Давайте немножко теперь потренируемся. Вместе попробуем проанализировать срезы летающего ящера, птерозавра. Называется этот птерозавр Птеродаустро. Он известен из раннего мела. Относительно небольшой, примерно там 2,5 метра размах крыльев. Внимательно смотрим на срез кости, конечности. Что мы видим? Мы видим первый год до первой ростовой метки, первого годичного кольца, рыхлая костная ткань с большим количеством сосудов. То есть он рос первый год быстро, второй год та же картина, а потом происходит
изменение дистанции и качества костного матрикса. Он становится плотный. Это значит, произошло замедление роста. И последующий год то же самое. В результате мы можем сделать вывод, что в начале у мелких особей было много сосудов, и маленький птерозавр, птеродаустр, рос быстро. Потом у него стало мало сосудов, и рост замедлился. Мы даже можем понять, в какой год это произошло. И действительно, поначалу первые два года рос быстро, потом произошло замедление. И мы можем предположить, что как раз в два года птеродаустр стал половозрелым. Мы можем по срезам костей зачастую определить образ жизни. То есть, имеем ли мы дело с водной формой, имеем ли мы дело с наземной формой, могло ли летать то или иное животное, позвоночное. Давайте разбираться. У водных форм есть две основные стратегии. Если ты медленный такой засадчик, либо тебе нужно медленно плавать вдоль дна, у тебя скелет должен быть тяжелым. Вот утяжеление скелета, приобретение дополнительного балласта как раз достигается уплотнением костной ткани. Оно максимально может быть уплотнено, например, у современных дюганей, эта группа называется сирена, к этой же группе относилась вымершая уже морская корова. Вот у них максимально тяжелый скелет. Второй вариант. Вы очень быстрая водная форма, тогда ваш скелет должен быть легким. И если мы посмотрим на строение костей дельфинов, то мы видим, что структура внутренней кости очень ажурная, практически дело остеопорозная. Остеопороз, мы все знаем, что есть такое заболевание, когда кость становится хрупкой, но это может быть и эволюционной тенденцией. Тут такой же характер строения внутренней кости был характерен и для вымерших быстрых пловцов, например, для ихтиозавров. Мы видим такие полные параллели. Интересная история про очень известного динозавра, который называется спинозавром. Для него многие исследователи трактуют водный образ жизни. И одно из доказательств как раз водного образа жизни спинозавра является уплотнение его костной ткани. Когда проанализировали гистологическое строение его костей, оказалось, что кости очень плотные, и срединная полость, она называется мозговой, практически заполнена костной тканью. Мы видим тут водную специализацию. Что касается летающих форм. У современных птиц, у ископаемых птиц, кость очень тонкая. Кость быстро росла, и современные птицы, вы можете даже так вот задать себе вопрос, а вот сколько растут птицы, вы поймете, что они растут один сезон. Действительно, кость птичья вырастает за один сезон, и дальше уже не растет. Для летающих форм это очень важно, иметь тонкую кость. Как только птица перестает летать, становится нелетающим, сразу стенка костей становится более толстой. Очень хороший пример – это строение костей киви. Киви более толстая стенка, чем у летающих форм. И если вы приглядитесь, то вы увидите линии. Это годовые кольца. Киви, в отличие от летающих птиц, растет несколько сезонов, растет несколько лет. Кстати, толстая достаточно стенка кости характерна и для крупных нелетающих форм, в том числе и вымерших. Можно ли определить пол в ископаемом животном? Например, динозавра рассматривает тонкие срезы. Очень редко, но можно. Можно определить в некоторых случаях, что перед вами срез кости самки. Теперь немножко поподробнее. Для современных продвинутых архозавров, для птиц, характерна так называемая медулярная кость. Причем формируется она только у самок и только перед сезоном размножения, перед откладкой яиц, потому что медулярная кость является таким запасом кальция для последующего формирования скорлупы. Она формируется как раз в мозговой полости. Очень рыхлая ткань, которая не несет никакой структурной нагрузки. Это действительно некий запас кальция для последующей откладки яиц. У ближайших современных родственников, архозавров родственников птиц, у крокодилов, да и вообще, в принципе, ближайших родственников птиц в современной фауне, стратегия другая. Чем-то она напоминает человеческую. Для самки крокодила нужен кальций, чтобы отложить нормально яйца. Откуда берется кальций? Из стенки костей. Кости становятся более хрупкими,
в чем-то даже остеопорозными. Вот у беременной женщины зачастую бывает та же проблема, когда формируется внутри утробы скелет младенца, да, нужен кальций, и кости женщин тоже становятся остеопорозными. Тут мы видим, что ни у современного архозавра-крокодила нету этой самой медулярной кости, уж тем более у млекопитающих, у людей этой медулярной кости нет. Дальше интереснее. Медулярную кость обнаружили на некоторых костях, внутри некоторых костей динозавров, в частности у тираннозавра рекса. И она абсолютно такого же строения и такого же положения, как и у современных птиц. То есть она формировалась в мозговой полости. Что дальше? Дальше обнаружили такую же медулярную кость у других хищных динозавров, например, у аллозавра, у страусоподобных терапод хищных динозавров, у орнитомимита. Это приятно, что это сделала наша палеонтологическая группа. И на какой-то момент стало понятно, что признак наличия медулярной кости у самок – это типичная такая черта терапод. Она есть у современных терапод, у хищных динозавров, у современных. Это птицы. Она была у орнитомимита, она была у тираннозавров, она была у аллозавров. Но этим все не ограничивается. Медулярная кость была обнаружена и у птицетазовых динозавров тоже. Это значит, что признак был более широко распространен. И, по крайней мере, мы можем сказать, что медулярная кость характерна для динозавров в целом. Дальше пошли еще более интересные находки. Медулярная кость или похожая на нее кость была обнаружена у летающих ящеров, у птерозавров. С этого момента основной гипотезой является то, что медулярная кость – это характерная особенность большой эволюционной ветви архозавров, которая называется орнитодирная ветвь, либо по-другому птичья, к которой относятся, собственно, птерозавры, динозавры и современные динозавры-птицы. В крокодилячей линии медулярная кость обнаружена не была. Иногда, чтобы определить медулярную кость, нужно много срезов, и можно ошибиться, потому что медулярная кость, она формируется очень быстро, она рыхлая, и можно ее перепутать с некими патологиями. Например, когда раковые какие-то явления в кости наблюдаются, мы тоже можем увидеть нечто похожее. И, соответственно, следующий такой вот пункт, о котором я буду говорить, это патологии. Действительно, анализируя внутреннюю структуру костей, анализируя гистологические срезы, тонкие срезы, можно выявить различные патологии и, главное, попробовать объяснить биологический смысл появления этих самых патологий. Маленький пример. Сначала не из динозавров, это пример из нашего исследования. Мы изучали древнюю амфибию, саламандру. Это родственник современных исполинских саламандр. Вот как раз реконструкция. Современная, даже не реконструкция, фотография современной представителей группы исполинских саламандр. То, что мы изучали, это возраст 90 миллионов лет. Нашли кучу различных патологий, смещений позвонков. Но, наверное, интересно то, что самой массовой патологией это ископаемые древние саламандры, оказались переломы и другие повреждения бедренных костей. Начали смотреть, а что же у современных исполинских саламандр? Оказалось, что наиболее частые травмы – это, опять же, повреждения конечностей. И наносятся эти повреждения в сезон размножения, когда самцы становятся очень агрессивными и кусают всех, кто оказывается на их территории. Какую интерпретацию мы можем сделать, что, возможно, такое агрессивное поведение появилось у исполинских саламандр уже 90 миллионов лет назад? Патологии и другие, в том числе и травмы, это типичные для многих костей, найденных костей динозавров. Иногда на отдельных скелетах, там, скелет, например, аллозавра, у которого найдено 19 патологий. По сути дела, вот как раз изучение тонких срезов могут понять, заживали ли травмы. Было ли это раковое явление или что-то другое. Отдельное такое направление изучения внутренней структуры костей, изучения древних патологий. Пару слов хотелось сказать о теплокровности. Как внутренняя структура может нам подсказать, было ли животное теплокровным или нет. Если мы посмотрим, опять же, на строение костей у современных теплокровных, это птицы и млекопитающие, то мы увидим ту организацию костей, о которой я уже говорил. Рыхлая кость, много сосудов, ростовых меток мало или они отсутствуют. И, собственно говоря, то же самое мы находим у динозавров. И по многим исследованиям с применением разных методов динозавры получаются теплокровные животные. Так ли все однозначно? То есть, если мы находим вот такой вариант строения организации костей, значит, животное было теплокровным?
Не факт, потому что если мы начнем анализировать, у кого же может встречаться такой тип кости, то мы, например, находим у такого животного под названием эритрозух. Мы сегодня много говорили про архозавров, про птичью линию, чуть-чуть упомянули крокодилячью, но эритрозух, он находится даже до разделения на эти две линии, он очень примитивная форма, которая жила и отделилась от общего ствола архозавров еще до появления птичьей и крокодилячьей линии. У него на самом деле организация кости типичная для современных теплокровных. Был ли он теплокровным? Не факт. Может быть, вот такая организация кости, она сопряжена с быстрым ростом. Еще один маленький пример. Вот слева строение кости завропода. Справа я пока вам не буду говорить, что это. Просто можете посравнивать слева и справа. Да? Практически в один в один. И если показать изображение скола кости, либо тонкого среза кости, который находится справа от меня, вот, кому-нибудь специалисту по гистологии, палеогистологии, он скажет, ну это какой-то динозавр. Вовсе нет. Это срезы костей, сломы костей панцирной рыбы, которая гигантская, правда, она 6 метров достигала, которая жила на территории Ленинградской области 380 с лишним миллионов лет назад. Это родственник очень известной панцирной рыбы Дункиостея. Была ли эта панцирная рыба теплокровная? Вряд ли. Но то, что она росла быстро, это скорее всего. Поэтому теплокровность очень сложно напрямую наблюдать, напрямую подсечь из строения кости. Если мы имеем представление о родственных связях внутри изучаемой группы, если у нас есть хорошие скелетные находки представителей группы, мы можем проанализировать внутреннее строение костей разных представителей. Иногда оказывается, что структура костей у представителей одной группы различается, и это связано с различными эволюционными преобразованиями. Хороший пример. Ленивцы, да, у более базальной формы, у них строение костей достаточно такое неплотное, они были наземными формами. Потом происходило следующее. У крупных ленивцев кость становилась плотной. Это связано с переходом к водному образу жизни. Таким образом, анализируя различных представителей какой-то одной группы, мы можем реконструировать эволюционные преобразования. Другой пример. Все знают таких гигантских динозавров под названием завроподы. Но у более примитивных форм из группы завроподоморфы, по сути дела, это практически предковая группа, размеры были более скромными. За счет чего завроподы достигли своих крупных гигантских размеров? Если мы проанализируем структуру кости, то оказывается, что завроподы росли быстро. Там много сосудов, рыхлая костная ткань. Примитивные формы росли медленнее. Но время достижения половозрелости у них было примерно одинаковым. Таким образом, завроподы отличаются от своих более базальных родственников, более примитивных родственников, тем, что они просто стали быстрее расти. Такой эволюционный путь называется акселерация. Крокодилы же пошли по совершенно другому пути. Например, такой гигантский представитель крокодилов, как дейнозух, он просто очень долго рос. Вот, нормальный современный крокодил бы уже достиг половозрелости и умер. А гигантский крокодил ископаемый, он рос, потом через несколько лет, в районе 30, достигал половозрелости, потом продолжал расти. Это совершенно другой эволюционный путь достижения крупных размеров. Динозавры и крокодилы пошли разными путями. Как раз это было выяснено, когда проанализировали тонкие срезы костей. Теперь давайте попробуем вот с этим багажом знаний обратиться к реальным срезам. Я буду их показывать. Да? Я буду выводить несколько вариантов ответов. Их может быть несколько правильных, может быть один. Попробуйте сами понять, что перед вами. Итак, внимательно давайте посмотрим. Я дам даже пару секунд. Срез кости. И давайте попробуем ответить на вопросы. Оно летало или нет? Может быть, оно вело водный образ жизни? Можно ли сказать, что это, скорее всего, рептилия? Вело ли оно наземный образ жизни? Может быть, оно очень быстро росло? Это была водная рептилия. Теперь давайте разбираться. Оно, конечно, не летало, потому что стенка кости достаточно толстая, да мы видим, что мозговая полость полностью заполнена костной тканью. Вела ли она водный образ жизни? Да, вот как раз это нужно для того, чтобы утяжелить свой скелет, приобрести дополнительный такой балласт.
Скорее всего, это была рептилия. Почему скорее всего? Да мы видим, что организация костной ткани очень плотная. Это характерно, как я уже говорил, для современных амфибий и рептилий. Она не вела наземный образ жизни, она вела водный образ жизни. И росло ли оно очень быстро? Нет. Если бы оно росло быстро, мы бы видели большое количество сосудов, и костная ткань не была бы плотной. Поехали дальше. Это срез бедренной кости, примерно вот такого размера. Животное было немаленьким. Да? Теперь давайте анализировать. Оно летало? Может быть, оно вело водный образ жизни? Может быть, нам вообще данных недостаточно? Может быть, оно вело наземный образ жизни? Росло ли оно быстро? Попытайтесь ответить на эти вопросы. Это птерозавр, летающая форма. А конкретно представитель семейства аждархиды. Это, собственно, аждархо. Почему? Почему оно летало? Как можно это было определить? Если вы были внимательными, то увидели эту шкалу. Это 200 микрометров, это значит 1/5 миллиметра. Если мы посмотрим на толщину всей стенки кости, то это примерно 1 миллиметр. Это такая толщина стенок кости, характерна как раз для летающих форм. Нет, оно не вело водный образ жизни. Да? Данных недостаточно? Нет, данных нам вполне достаточно, чтобы оценить и параметры этой кости и предположить, какой образ жизни вело это древнее существо. Нет, оно не вело наземный образ жизни, и оно быстро росло. Это действительно так. Еще раз посмотрите. Много сосудов и очень рыхлая костная ткань. Поехали дальше. Это тоже бедренная кость, срез, примерно такого же размера. Здесь вот была мозговая полость, внутренняя часть. Это внешняя часть кости. И теперь попробуйте сами ответить на вопрос. Оно летало? Может быть, оно вело водный образ жизни? А взрослое ли это животное? Может быть, оно вело наземный образ жизни? Быстро или медленно оно росло? Давайте посмотрим. То, что снизу, это увеличение вот этих вот частей. Просто под большим увеличением. Такие подсказки. Внимательно смотрите на шкалу, на размерность. Тут 2 миллиметра. Итак, это как раз страусоподобный хищный динозавр, группа орнитомимиды. Оно не летало, потому что стенка кости достаточно толстая. Водный образ жизни оно не вело, потому что мы не видим ни одной из адаптаций, ни утяжеления кости, ни наоборот такого рыхлого строения. Вот, это взрослое животное, да, это взрослое животное, и подсказки были снизу. Мы видим сплошные гаверсовые системы, то есть кость была замещена, но еще проще было понять, что это взрослое животное, потому что есть целый ряд сближенных линий возле внешней поверхности кости. Это так называемая внешняя фундаментальная система, она формируется уже у достаточно взрослых животных. Да, оно вело наземный образ жизни, очень быстро росло. А вот это мы сказать уже не можем, потому что первичная структура кости уже нарушена. Мы видим только вторичные остеоны. Как оно росло на ранних своих этапах развития, сказать мы не можем, к сожалению. Теперь, обладая вот этим вот багажом знаний палеогистологическим, вы сами легко можете читать срезы, да, костей древних животных, включая динозавров. Давайте вместе с вами возьмем и посмотрим на срезы костей тираннозавра. Вы сами можете понять, раз много кровеносных сосудов, то тираннозавр, по крайней мере, на каких-то этапах своего онтогенеза, своего индивидуального развития, рос быстро. Мы видим линии остановки роста. Это годовые кольца, значит, он рос несколько лет, вы можете их посчитать. Если вы обратите внимание на структуру общую кости, мы видим, что стенки достаточно толстые, да, но никаких водных адаптаций мы не наблюдаем. Центральная мозговая полость достаточно обширная, но не такая обширная, как у летающих форм. Вы сами можете посмотреть внимательно этот срез и обнаружить большое количество вторичных остеонов. То есть это был уже достаточно взрослый тираннозавр. Таким образом, используя этот багаж знаний, вы можете легко разобраться с палеогистологической информацией, даже сами поспорить, может быть, с некоторыми людьми, которые интерпретируют эти гистологические срезы. Опустимся на уровень ниже. Перейдем с гистологии на молекулярный уровень. Есть такое даже направление. Молекулярная палеонтология. Его организовала палеонтолог, которую зовут Мари Швайцер. Что она сделала?
Вот какие у нее был подход? Каким образом она вообще обнаружила, по крайней мере, по ее мнению, по мнению группы, белки и ДНК в костях динозавра? Я не случайно рассказывал про эксперимент с растворением костей. Она сделала то же самое. Она взяла ископаемую кость динозавра, поместила в кислоту, кость растворилась, а дальше, о чудо, казалось, что там есть некий биологический остаток. Это какие-то сложные органические вещи остались после растворения кости. Нужно было дальше проверить, а действительно ли это там, белки, допустим, динозавра, либо это что-то другое. Какой подход она избрала? Она взяла, применила подход, который называется иммуногистохимия. Что это такое? Это реакция двух белков. Один из них называется антитело, другой антиген. Антитело находит антиген, связывается с ним. Это такой точечный вариант взаимодействия. На антитело можно подвесить флуоресцентную часть, которая будет светиться, когда антитело находит, собственно, антиген. Взяла Мари Швайцер антитела к куриным белкам и поместила вот эти антитела вместе с растворенным вот этим органическим остатком. И они засветились. Действительно, птицы — это современные динозавры, тираннозавр — это тоже динозавр, причем тероподный, близкий к птицам. И то, что все засветилось, это было вроде бы неудивительно. Значит, она сделала вывод, это белки тираннозавра. После этого начался целый вал работ по этой тематике. Да? Обнаружены были белки и у других динозавров, включая утконосов, там, эта группа называется гадрозавры. Причем не просто какие-то отдельные белки, но остеоциты, кости, эти клетки кости, вроде бы какие-то элементы кровеносной системы, микрососуды и много чего еще удивительного. Мари Швайцер даже пыталась объяснить, а каким образом белки, вот эти молекулы органические, сохраняются много миллионов лет, несмотря на то, что они прошли через литосферу, через геологическую оболочку Земли. Оказалось, что эти органические остатки покрыты маленькими железистыми частицами. По сути дела, это такой аналог консервной банки. Откуда могло взяться железо? Тут тоже нашлось некое объяснение, что после смерти животного эритроциты, клетки крови, распадались. Эритроциты содержат гемоглобин, гемоглобин содержит железо, и вот это железо из гемоглобина, оно могло способствовать консервации органических молекул. По крайней мере, это не хотя бы некое объяснение. Потом белки и вроде бы другие органические молекулы, и даже некоторые образования клеточные, похожие на эритроцитов, начали вроде бы находить даже люди, которые не работают в лаборатории Мари Швайцер. И недавняя статья, о которой достаточно много все говорят, опять группа Мари Швайцер, что они сделали? Они нашли кости маленького утконосого динозавра, у которого окостенение еще не прошло полностью. Затылочные кости – это замещающие кости, значит, они имеют стадию хряща. Они взяли этот хрящ, порезали сначала. Хрящ может минерализовываться и сохраняться многие миллионы лет. В этом нет ничего удивительного. Так вот, они взяли, порезали и обнаружили вроде бы там хондроциты. Далее растворили этот хрящ и получили отдельные плавающие в растворе хондроциты. Потом они применили специальные вещества, которые подкрашивают ДНК. И действительно, эти хондроциты динозавра вроде бы засветились. Это значит, что ДНК там есть. Параллельно они делали ту же самую операцию с костями Эму. И там очень все похожая картина получалась. Переворачивает ли это картину нашего мира, да, парадигму вообще сохранения ископаемых остатков? Вот я в самом начале моего разговора говорил, что есть субфосилии, есть настоящие окаменелости. Вот если сохраняются так легко белки и ДНК, то значит надо менять вообще парадигму ископаемых в целом. Да? Все меняется. Я бы очень хотел в это верить. Но все ли так хорошо? Действительно ли можно легко найти кусок ДНК динозавра или белок динозавра? Есть целый пласт работ, который говорит, что не все так хорошо. Некоторые исследователи взяли отпечатки перьев и попытались применить, опять же, этот метод иммуногистохимии. Все начало светиться, но оказалось, что никаких органических веществ там нет. Это значит, что иногда этот метод дает неправильные, фальшивые результаты. И, конечно, сомнения появились. А действительно ли это были белки динозавров, которые получила Мари Швайцер?
Далее они взяли и растворили кости некоторых динозавров. Окрасили, опять же, маркерами к ДНК, все засветилось очень красиво. Начали анализировать, а чья это ДНК? Оказалось, бактерий. То, что могли интерпретировать, например, за остатки капилляров, это просто микробиальные сообщества, которые уже умерли, но ДНК какое-то время еще сохранялось. Получается, что все, нет ДНК, да? Нет белков. Все ли так плохо? Нет. На самом деле, пока однозначности в этом вопросе не наблюдается. Я думаю, что когда много лабораторий повторит опыты Марии Швайцер, может быть, действительно мы будем говорить уверенно про то, что ДНК или белки сохраняются. Но тем не менее, что же нам остается? Нам остается на многое надеяться. По крайней мере, несмотря на то, что белки и нуклеиновые кислоты, например, ДНК сохраняются очень плохо, в неких закрытых системах у них есть шанс просуществовать более долгое время. Да? Но зато очень неплохо сохраняются другие сложные органические вещества, например, пигменты, некоторые структурные полимеры. Относительно недавно вышла статья, когда проанализировали молекулярный состав пера внутри янтаря. Янтарь — это вроде бы закрытая система. И там нашли аминокислоты. Возможно, это аминокислоты динозавра. Да? То есть этот вопрос далеко не закрыт ни в одну, ни в другую сторону. Будем ждать новых находок. С другой стороны, вот с пигментами, например, пигментами, которые содержатся в скорлупе яиц, все очень неплохо. Есть два пигмента, которые определяют окраску у птиц. Это пиливертин и протоперин. Соответственно, нашли яйца у древних существ, динозавров, проанализировали соотношение этих двух пигментов, начали искать аналогии среди современных птиц, среди скорлупы современных птиц, и оказалось, что такое соотношение определяет голубую окраску яиц. То есть конкретно у авирапторов, которые отложили вот эти вот самые яйца, были голубые, как у некоторых современных дроздов. С другой стороны, пигменты кожи и пигменты чешуи, пигменты перьев, это меланин, тоже неплохо сохраняется в ископаемой летописи. Меланин содержится в клеточных структурах, органеллах, которые называются меланосомы. Так вот, для каждого цвета характерно свой вариант организации меланосом в клетках и свой вариант пропорции этих самых меланосом. Хороший пример. Я думаю, что многие из вас знают такого сейчас уже известного динозавра, который является родственником велоцираптора, называется микрорраптор, у которого было, по сути дела, 4 крыла, а вот летающая форма. Для него известны эти самые меланосомы. Меланосомы имеют вот такую вот, вот такие вот пропорции. Когда начали сравнивать с современными, да, птицами, оказалось, что, скорее всего, микрорраптор был темным и таким радужным, потому что такая форма меланосом как раз характерна для птиц, которые так радужно, да, переливаются, например, там, вот, скворцы. Да? Подводя некий итог вот этой молекулярной части, результаты сохранения белков и ДНК в древних костях нужно проверять обязательно в разных лабораториях. Сохранение меланосом и других пигментов дает такую перспективу для реконструкции окраски как самих животных, так и, например, яиц. Закрытые системы, например, янтарь, да, кальцитовые какие-нибудь конкреции дают шанс, возможный шанс сохранения консервации нежных молекул, такие как белки и ДНК. Посмотрим. Что же еще? Вот последнюю тему, о которой мне хотелось сказать буквально пару слов. Мы возвращаемся на такой цитологический, молекулярный практически уровень. Есть такое направление в палеонтологии под названием палеогеномика. Это определение размеров генома у древних вымерших форм. Но сначала, что такое геном? Геном, вот в самой простой формулировке, это совокупность ДНК единичного, по-другому гаплоидного набора хромосом. Есть другой термин. Он называется, это термин C-value. Это количество ДНК, опять же, в гаплоидном, в единичном ядре, например, в гамете, да, в клетке половой, эукариотического организма, выраженной в пикограммах. Пикограмма – это 10 минус 12 степени грамма. В некоторых случаях, когда животное имеет диплоидный набор хромосом, то есть двойной, мы с вами диплоидные организмы, термины
размер генома и C-value, они совпадают. Дайте двигаться дальше. Ну и сейчас размер человеческого генома 3,5 пикограмма. Пам. Так, 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 так. Давайте немножко вернемся. Возникает простой, с одной стороны, вопрос, но он очень важный. А вообще, чем сложнее организм, тем больше ДНК? Получается, что мы, люди, сложно устроены. У нас много функционирующих, экспрессирующих генов, да, гораздо там больше, чем у некоторых других созданий. Значит, получается, у нас ДНК должно быть больше. Нет, мне очень нравится такое высказывание, подчеркнутое из одной из работ. Я постараюсь так вкратце его перевести. Будучи немножко шовинистически настроенными по поводу нашего собственного вида, мы любим думать, что человек, конечно, самый сложно организованный вид на Земле, имеющий максимум генов. Однако, печеночный сосальщик имеет 18 раз больше ДНК, чем мы. А склизкая, тупая саламандра, вот тут я не соглашусь, как человек, занимающийся саламандрами, тем не менее, склизкая тупая саламандра, известная как амфиума, имеет в 26 раз больше количества ДНК, чем мы. Ну и чтобы довести всех до инсульта, одноклеточная эвглена имеет столько же количества ДНК, такое же количество ДНК, как и человек. Получается странная ситуация, что размер генома, количество ДНК не зависит от сложности организации. Например, у растений может быть количество ДНК совершенно фантастическое, огромное, достигающее 152 пикограмм. Как это объясняют? Все на самом деле просто. Есть в ДНК кодирующие последовательности, это, собственно говоря, гены. Кодирующие последовательности называются экзоны. Между ними располагаются некодирующие, так называемые нефункциональные последовательности, они называются интроны. Так вот, несмотря на сходное количество там, генов, да, размеры цепочек ДНК может быть очень разным. У амфибий очень длинные цепочки. Как раз выяснено, что за счет очень длинных интронов, экзонов примерно столько же, сколько, например, там, у млекопитающих, ну, плюс-минус, да? А между кодирующими последовательностями огромные интроны. Вот за счет этих гигантских интронов и достигается огромный геном и большое количество ДНК. Таким образом, никакого тут противоречия нет, и вот этот вот парадокс, он преобразовался в некоторую загадку, собственно говоря, а для чего нужен гигантский геном. Для чего я все это рассказываю, да? Маленькое вводное. Размер клеток коррелирует с размером генома. Если у вас гигантский геном, например, как у современных саламандр, то клетки тоже гигантские. Давайте попробуем просто сравнить. Это саламандра, это современные рептилии, это птицы. Мы видим, что у птиц самые маленькие клетки, но у них же самые маленькое количество ДНК на одну клетку, самый маленький геном. Когда мы анализируем срезы, мы видим те места, где были остеоциты, клетки замурованные, да, в кости. Конечно, они сами уже не сохраняются, но мы можем померить их размеры и примерно представить, какой был размер генома, потому что размер клеток коррелирует с размером генома. Что было выяснено? У современных птиц очень маленький геном, и даже были идеи, что это приспособление к полету на молекулярном уровне. Даже облегчали птицы свой вес за счет уменьшения количества ДНК. Но казалось, что не совсем так, потому что у хищных динозавров тоже сокращенные размеры генома. Этот признак птичий тоже был приобретен хищными динозаврами. Дальше интересные вещи были выяснены тоже. Оказалось, что изначально для наземных позвоночных, в которых есть лапы, размер генома примерно соответствует человеческому. То есть 3,5 пикограмма – это средний размер для большинства. Есть несколько исключений. Амфибии приобрели гигантский геном, а в птичьей линии геном сократил свои размеры. Начали анализировать дальше. Может быть, размеры генома как-то варьируют у гигантских форм или у маленьких форм. У завропод, у гигантских динозавров нету сокращения размеров генома. Но
Было выяснено, что у летающих форм, у птерозавров, геном тоже сокращенный, как у птиц, и у летучих мышей, когда проанализировали внимательно из современных представителей, рукокрылых, у млекопитающих, тоже геном сокращается в размерах. Поэтому есть некая корреляция, если ты летаешь, у тебя геном сокращается. Может быть, это связано с увеличением темпов обмена веществ, метаболизмом. Таким образом, возможно реконструировать размеры генома, анализируя размеры полостей остеоцитов. Ну и самая большая проблема, с которой сталкиваются палеонтологи сейчас, это необходимо найти биологическую интерпретацию размеров генома. Это как раз и развивающееся сейчас направление. Таким образом, подводя некий итог, если вы в следующий раз увидите в какой-то новости, посвященной биологии древних позвоночных, что что-то было выяснено на основе тонких срезов костей, на основе ее внутреннего строения. Я надеюсь, что вы вспомните то, о чем мы сегодня говорили, и это вам поможет разобраться самим. Ну и надо сказать, что когда рассматриваешь тонкие срезы древних животных, получаешь эстетическое наслаждение. Надеюсь, глядя вот на этот срез древней рептилии, вы тоже получите это самое наслаждение. Спасибо за внимание. Ну, я пока сначала сюда. Так, дорогие друзья, я призываю вас похлопать у ваших мониторов. Мы это тоже сделаем. Спасибо. Спасибо, Павел. Да, но сейчас у нас от вашего монолога мы переходим к диалогичной части, может быть, самой сложной, интересной части сегодняшнего мероприятия. Я, правда, уже видел, что наши зрители активно шлют вопросы. Угу, но сначала мы приглашаем на трибуну... Да, прям вставать. Дмитрия Соболева, который также известен как автор канала на YouTube «Упоротый палеонтолог». Дмитрий, у вас есть полчаса. Да. Прям полчаса? Да. Попробуем уложиться, я думаю, что в это время все-таки. Часики тикают, галоцен идет. На самом деле, самое страшное, не знаю насчет того, что сложно ли это. Вообще, в принципе, просто по своей практике очень часто сталкиваюсь с такими интересными вопросами, которые, в общем-то, должны, как бы, по идее человека, который мне их задал, поставить меня в тупик, осадить. Ты говоришь нам бред, сейчас, короче, возьми-ка, поясни. А вот буквально недавно один человечек с целой тысячи подписчиков объяснял, что я неправильно использую метод ГДИ при подсчете массы тираннозавра. Сегодня он выпустил... как бы разоблачение меня, где назвал скапулокаракоид вилочковой костью, земля бетоном, вот. Но как бы вот немножко скомпилировал некоторые вопросики, которые мне задают. Может быть, кстати, вы уже в принципе и задавали их. Короче, главный вопрос в чем? Вот кости, типа, неважно, кости, хрящи, что фоссилизировалось, что и фоссилизировалось. Кости. Вот они, бедненькие, лежат в земле. Вот мы, например, никогда ведь практически не находим черепок динозавра, который, ну, действительно был бы в нормальном сочлененном состоянии. Угу. То есть он помятый, кости деформированы. Откуда мы вообще знаем, что кости выглядят именно так? Откуда мы знаем, что эти кости, которые мы восстановили из этого смятого кусочка, на данный момент вот в нашем музее выставлены как какая-нибудь Сью или Скотти, особи тираннозавра? Потому что если посмотреть на череп Сью, он как будто бы, не знаю, как бы у него посередине КамАЗом проехали. Почему в музее все тираннозавры не выглядят как перееханные КамАЗом? Каким образом эта форма восстановилась? Почему это считается остеологической нормой? И что ученым в этом деле помогает? Потому что, ну, у нас ведь нет сейчас двуногих хвостатых животных, с которых можно взять референс. Ну... Птички даже не в счет. У птичек даже зачастую с предглазничным окном-то проблемы. Ну, вот как сделать все красиво? Чтобы сделать красиво, на самом деле, вот первый уровень – это попробовать отличить кость от некости. И тут, несмотря на то, что состав минеральный уже другой, сама структура, она сохраняется. Если вы там посмотрите, ну, ну, какой-нибудь скол кости динозавра, то, в принципе, тут вы можете обнаружить мозговую полость, ну, да? Палевно, да. Если посмотреть под микроскопом, вы увидите губчатую часть. По сути дела, структура кости сохраняется, и это можно понять, кость перед вами или не кость. А если ее вот именно погнуло? Вот спогнуло, это сложнее. Или это реальность? Вот это сложнее, но, опять же, как только находится массовый материал, вот патологии зачастую некоторые можно определить, когда есть массовый материал. Если у тебя один скелет или, не дай бог, одна кость, и она еще патологична, да,
то ты можешь принять аномалию, патологию за норму и сделать неправильные выводы. Если у тебя 10 скелетов одинакового строения, то можно, 11-й нашли, у которого что-то не так, да, то можно сказать, вот это вот ненормальное строение. Но по большому счету иногда... Я просто хотел влезть. То, что есть разные еще вещи. Есть патология, это прижизненно болел бедный динозавр, или его сплющило уже в породе, или по нему стадо коров прошло, когда его раскопали. Да, то есть, вот, просто это зачастую я так еще усложню, у людей, которые, в общем-то, даже динозавров в музее не видели, они как бы такие все из себя первооткрыватели, они же сидят на диване и лучше палеонтологию знают, чем люди, которые научные работы читают, там, научной журналистикой занимаются или действительно работой в поле. Ну, у каждого как бы свой способ доступа к информации. И вот они, значит, своим диванным мнением, вот, соответственно, сомневаются. Ну, опять же, как отличить там патологию прижизненную от неприжизненной? Да? Вот проехался кто-то, там тот же самый самосвал. Прижизненные патологии, они все-таки имеют определенное гистологическое строение. Опять по тонкому срезу мы можем понять, что вот был перелом, и дальше этот перелом зажил. Если мы вот обнаружим вот такую вот кость динозавра, вот она сломана. Скорее всего, это не прижизненная, да, какая-то проблема. Это видно по слому, да. Но это видно по слому, да. По крайней мере, если ты знаешь, как зарастают травмы, либо ты понимаешь, как животное было в норме устроено, а норма для ископаемых двумя путями, либо массовый материал, либо аналогия какими-то современными. Да? Потому что если мы смотрим на скелет птицы или скелет какого-то хищного динозавра, там много есть аналогий. Если мы на птице видим, что какая-нибудь бедренная кость вот так разрослась, мы понимаем, что у птицы это патология. Находим такое мощное разрастание у, например, какого-то хищного динозавра, это тоже патология. Ну, как у большого алла. Да, да. Ну, бывает, вот я об этом не, особо не говорил, но еще такой пласт палеонтологической информации, как следы укусов, байт-марки. Вот иногда... Кстати, тоже прикол есть один, потом есть, скажу. Вот кусают хищники жертву, кусили, жертва убежала, это, вот этот укус, он зарастает. Это хорошо видно, опять же, по тонкому срезу кости. Но очень сложно определить, вот эти укусы были во время последней удачной атаки хищника. Хищник поймал жертву, убил ее и съел. Либо жертва просто умерла, ее нельзя назвать жертвой, она просто несчастное животное. Хищник пришел и как падальщик ее съел. Вот отличить следы укусов в последней успешной атаке от следов укусов, там, погрызов падальщиков, очень сложно. Но опять же, прижизненные укусы, они несут потом следы зарастания. Это вот хорошо видно, опять же, по тонким следам. В принципе, тогда получается, по косточкам в итоге можно понять, что является патологией, что является повреждением уже окаменевшего материала. Да. В целом можно, но, опять же, всегда лучше иметь массовый материал. 10 костей – это лучше. С рексиком 46 черепов, ну, есть. Все, там можно понять, где какая норма. Да? Если вот 45 черепов демонстрируют определенное строение черепа, а потом находим 46-й, у которого все кривое и косое, но при этом кость такая вот разросшаяся, рыхлая, это значит, что у него что-то было проблема патологическая. Да? Это патологический тираннозавр в данном случае. Если мы просто находим кусок черепа, ну, скорее всего, он был нормальный, но просто развалился в процессе там, окаменения, фоссилизации. Не повезло. Ну, вообще попасть в палеонтологическую летопись – это повезло, наоборот. Вот, кто сейчас вот из животных попадет в палеонтологическую летопись? Какие-то... Ну, что примерно по размеру половина человека и больше. Ну, это надо удачно умереть, удачно попасть в водоем. Как можно удачно умереть? Возле водоема. Вот. Нет, я не призываю, нет, это теоретически, да. И обычно, когда объясняю процессы захоронения, я такое гипотетическое стадо лосей запускаю, вот оно бежит, и все начинают дохнуть. Да? Если лось сдох сейчас в лесу, он в лесной подстилке лежит, он постепенно сгниет, кости развалятся, да. Потому что он не захоронится. Если лось сдох возле водоема, пил воду и упал, и умер, да, от инфаркта. Вот он лежит в воде. А он доживет? Вот это не факт, он в воде уже, да? Это уже первый шаг к тому, чтобы попасть в ископаемую летопись. Дальше он должен быть занесен осадком, песком или чем-то еще, он должен быть погребен. Все, он уже будущее ископаемое, не факт, потому что на следующий год или через год, может быть, половодье, его снова труп вымоет, куда-нибудь выбросит на берег, и он снова сгниет полностью. Поэтому это чудо попасть в палеонтологическую летопись. И каждый палеонтологический остаток, каждый там позвонок, каждая кость динозавра, и не только их, это вообще чудо.
На самом деле это позвоночник гигантского человека. Отнюдь. Мне объясняли, кстати. Ну, это долго, да. На самом деле, просто иногда люди не понимают, чем, например, даже элементарно сочленение наших позвонков отличаются от седловидных позвонков, например, птюшек каких-нибудь. Ну, это весело. Это можно много раз объяснять, но если... Но это не поможет. Если нет, это надо все равно объяснять, надо показывать. Это отчасти того, что мы относимся в школе... В школьной биологии очень так спустя рукава это такое зачастую считается, что это дополнительный ненужный предмет, а по сути дела там можно много чего интересного и важного и для жизни. В том числе можно взять и посмотреть там, да, на скелет голубя, да, на скелет лягушки, которые выставляются во многих биологических классах, и разобраться с самим, и тогда вопросы, что перед вами, лягушка или тираннозавр, ну как бы они просто исчезнут. Так что учите биологию, все будет хорошо. Наверное. Ну, мы так просто над одним человечком прикалывались ему. Позвоночный столб Баурузуха и позвоночный столб Карнотавра. Он не понял, ну, как бы, ну, тогда его и послали, что спорить с ним никто не стал. Забанили в конфе и все. Ну, правильно сделали? Ну, в общем-то, вот когда ребенок, не знаю, вот я, у меня был случай. А, не, ему 45. Ну, это ребенок еще. Первые 45 лет в жизни мальчика самое сложное. Вот, на самом деле, когда я был 6-летнего возраста, я решил найти динозавра. Ну вот пошел на берег речки, начал копать, и полезли кости. Конечно, я нашел динозавра. Когда я принес эти кости, мне уже объяснили, причем жестко, при помощи крапивы, что это кости коров. И я раскопал столетней давности скотомобильник. Вот. Сибирская язва. Ну, нет, вроде я выжил, но тогда я понял, что для того, чтобы отличить динозавра от нединозавра, надо знать анатомию. Вот мне в 6-летнем возрасте при помощи крапивы и старых коровьих костей это объяснили. Лучше просто крапива. Закидать костями не так. Вот на самом деле еще тоже вопросик. Тоже это как называется из-за разряда уже просвещенного обывателя. Вот. Спрашивают насчет... Тут уже такой человек, будем скажем, который про динозавров нормально все понимает, но у него еще есть такие вот вопросики, например, там по палеоклиматологии. Вот тоже мне постоянно тоже это приходит. Вот кости нашли, да, годичные кольца, да? Это как бы лайк и репост. Но мезозой – это же тепличный климат. Всегда плюс 30. То есть никаких оледенений и так далее. То есть как можно какие-то годичные кольца найти и судить по этим годичным кольцам о метаболизме динозавра, о его темпах роста там в нанометрах в день, сколько он там растет. И плюс еще момент в том, что вот даже не знаю, как-то надо дословник сказать-то, наверное. Да ладно, что дословно-то? Земля быстрее вращалась, дней было больше в году, день был короче. На 20 минут, конечно, короче, но как бы кого это волнует? Так вот, это-то вот может повлиять на самом деле на наши расчеты с годичными кольцами? А на самом деле, вот второе нет. Мы можем делать просто поправку, что тогда вот год был равен столько-то суток и считать, вот сколько тех лет жило животное. То есть, в принципе, по-нормальному можем просто взять пропорцию. Можем. Это как бы несложно. Да? Но тут и расхождения будут не дикие, это не десятки лет, да, это немного. Вот. Что касается первого вопроса, образование вот этих колец зачастую связано не столько с сильной сменой климата, как в умеренных там, или приполярных территориях, но в тропиках и в экваториальных широтах тоже у современных амфибий и рептилий формируются эти годовые кольца. То есть это все равно может быть реакция там, не знаю, на какие-то все-таки сезонности или что-то. Вот это до сих пор до конца вот неизвестно однозначно. Да? Но то, что у современных рептилий даже в тропических широтах формируются кольца, и они соответствуют обычно годам, такое вот допущение. Да? Конечно, мы не можем, изучая срез динозавра, там, насчитали 20 колец и сказали, все, ему 20 лет. Может быть, в какой-то год он вдруг посередине года плохо себя почувствовал. Да? И тогда дополнительно... Приуныл, и вот образовалось это кольцо. На совершеннолетие, вот. Это же кризис среднего возраста как раз для Рекса, 20 лет. Ну, в общем-то, да, да, такой подарочек. Вот. Но на самом деле, да, какие-то... Это все лишь такие вот гипотезы. Когда мы работаем с ископаемыми остатками, мы предполагаем, мы посчитали 20 колец, решили, что, скорее всего, ему было 20 лет. Вот что было показано на современных, например, амфибиях, на саламандрах? Бывают, кольца недообразуются. Бывает. Но если вы нашли 10 колец, животное никогда не жило больше этих 10 лет. Иногда 10-летнего животного, 9, допустим, формируется. В разных частях скелета тоже немножко может различаться количество колец. Но эти поправки можно учитывать и выбирать наиболее правдоподобный вариант.
Вот. Ну и надо сказать, что у крупных, например, динозавров, у завропод, зачастую вообще никаких годовых колец не образовывалось. Это они росли, 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 росли. И как то, взять, посчитать? Они как, да, вот у некоторых образовывались, а у некоторых не образовывались. Поэтому для тех, у которых не образовывались, ну, сложно посчитать. Но больше полтинника они все равно не жили. Ну, по просто раньше таких, под 300 лет засчитывали. Нет. Больше полтинника нет. С крокодильчиками брали экстраполяции роста. Нет. Все-таки 50 лет, наверное, более реалистично. Где-то так, это действительно реалистичный сценарий, реалистичный вариант. Даже с помощью одного вопроса на 3 сразу ответили. Ну, просто на самом деле тоже очень часто вот такой, знаете, набор, что ли, из таких стандартных вопросов есть. Ну, не факт же, что на стриме все мои зрители будут сидеть. Мне кажется, что это очень важно. Если вопросы задаются постоянно, но, наверное, это наша задача постоянно на них отвечать. Что делать? Вот, ну тогда окей. Вот, собственно. Ой, короче, про травматизм можно спросить? Да. Ну, на самом деле, тут даже больше не травматизм. Постоянно спрашивают, да, на самом деле, и про него тоже спрашивают. Но чаще всего ситуация какая? Травмы и болячки. Вот болячки – это круто, потому что это позволяет хотя бы хоть как-то поведение восстановить. Травмы, там, переломы конечностей, прокусывание, когда там велоцирапторы друг другу смещали черепные коробки, это все очень весело. Это все на костях остается. А вот болели, например, простудой, вирусные заболевания, опухоли мягких тканей, нарушения пищеварительной там, и так далее. То есть это возможно найти? Об этом есть хоть что-то? Нет. То есть максимум, о чем можно судить, только это... Только по костям, да. Если он болел в течение года, и у него там будет нарушение роста этих самых костей, к примеру. К примеру, да. Ну и, собственно говоря, вот даже вот большое количество травм, да, это может быть свидетельством там, определенных типов поведения, там, агрессивного с друг с другом, либо то, что они охотились постоянно. Но то, что 19 травм и почти все зажившие, это значит, что у них хорошо работал там, иммунитет. И вообще много аналогий с птичьими современными, как птицы заживляют свои раны. То есть, на самом деле, какой-то пласт информации мы можем почитать. Но если бы, там, если тоже динозавр там, заболел древним не птичьим гриппом, а протоптичьим гриппом и умер от него, мы ничего не скажем. Конечно, там, то, что не записано в регистрирующей структуре в костях, то вряд ли. Вот. Печальненько. Печально. Пока печально. Но, может быть, вот, когда начнут находить массово там, белки, ДНК в костях динозавров, тогда все изменится. А будут ли? Надо подождать, ведь, собственно говоря, чего тут не хватает? Да? Не хватает большого количества контрольных опытов. Да? Если растворять кости динозавров, искать белки и ДНК, будут там, не две лаборатории, даже не три, а 2-3 в основных странах, там, в России вот нет ни одной лаборатории, которая этим занимается, к сожалению. Да? Вот если бы у нас было, там, в Китае было, там, в Германии, во Франции и так далее, вот было бы 100 лабораторий, которые взяли бы эту тему и попытались развить. Я думаю, что однозначно бы было сказано, да, это белки динозавров, да, это ДНК динозавров, да, или нет. Потому что сейчас очень мало повторов. Давайте просто подождем. Это как в этом секретный материал, там был плакат «I want to believe». Я очень хочу тоже верить, что мы обнаружим белки, и уже обнаружили белки динозавров и ДНК динозавров. Но... Но пока почему-то Швайцер их не секвенировала. Ну и тут можно много таких вот моментов усомниться, но по сути дела обнаружение ДНК... А еще в соавторах Хорнер находится тоже. Хорнер давно находится в соавторах, у Швайцера уже многократно это было сделано, тем более, что это такие ранговые знаковые публикации, и важно для ученого в таких публикациях участвовать. Что меня напрягло, вот чуть-чуть поделюсь. Это обнаружение ДНК у динозавра хотя бы вот по маркерам, да, по наличию, это же просто выход на новый уровень. Но почему-то это открытие опубликовано не в Science и не в Nature, а в журнале несколько гораздо ниже рангом. Там типа объединение каких-то оксфордских университетов, что-то там, ну, я не понял. Все равно, но это же просто смена парадигмы о сохранности вообще молекул.
Там еще... ни в Science, ни в Nature. Вот там еще сложно. Печаль в том, что вся бумага-то написана таким простеньким языком, чтобы типа ты сиди, я сам открою, все объяснено. Ну, это хорошо. А все доп-материалы вынесены в отдельные Word-документы. Ну, это часто так бывает, потому что какой-то результат исследования должны быть кратко доложены. А если хотите детали, открывайте supplementary materials. А, нет, мне просто кажется, что хотелось авторам именно, чтобы в первую очередь, наверное, все-таки журналисты увидели. Может быть, не знаю, да. Но... Например, курочка вот эта вот недавнешняя, но... которую, собственно, недавно присылали, она сколько она? Она хайповала 1.5 месяца, короче, ей пришлось побегать, чтобы хайпануть. Недавно... А ДНК динозавров, а еще на припринте уже все про них орали. Недавно курочка, это мы просто можем пояснить, нашли птицу, позднемеловую, которая жила вместе еще с динозаврами, не птичьими, они еще не вымерли. Эта птица оказалась по неким реконструкциям, так... относятся к группе современных птиц. Вот если всех вместе современных птиц свести к общему предку, то она попадает внутрь этой группы. И, возможно, она является родственником кур и уток современных. А, то есть, получается, такие протокуры и протоутки уже были во времена динозавров. Это действительно морда интересно. А морда у нее и на тех, и на тех. И на тех, ну так. Нет, замечательная находка. И вот как раз эта находка опубликована в Nature. А ДНК динозавров не в Nature. Ну, мы не будем никого как бы сутить, опубликовано, значит, прошло рецензию. Все вроде замечательно. Давайте ждать повторений. Вот когда кто-то найдет ДНК, там, отсеквенирует, может быть, мы продвинемся в наших знаниях очень серьезно и будем смотреть на кости. Вот, может быть, я побегу этот позвонок там где-нибудь растворять динозавровую ткань. А его уже лучше не надо. Ну, его не надо, его уже чихали, трогали, да. Вот, тут уж надо что-то другое выкапывать. Ладно, по сути, самый страшный вопрос. Вас обучают на кафедре скульптурному делу? Короче, главный интересный вопрос. Вот канал Карамола, если знаете, вот не знаю, как это вот. Не знаю. Вот. Короче говоря, да. Дело в чем? На самом деле эта тема очень древняя. Тут, господи, кто только про нее не говорит, что типа косточки, короче говоря, у нас палеонтологи выдалбливают из камня как хотят. Плюс к этому сюда доворачивается то, что, мол, как бы кости, которые хранятся в музеях, вот мы их никогда в жизни не увидим. То есть ты не можешь прийти с улицы посмотреть на кости, это раз. А все кости, которые мы видим в палеонтологических музеях, зачастую гипсовые копии. Что про это можно сказать? Ну, то есть, вот реально, я, например, какой-то там ярый скептик, да, там, не знаю, вот у меня там 15 видео на Ютубе про то, что там тираннозавр питался на самом деле ягодами и ловил мелких млекопитающих. Вот просто, ну, я поехавший, но вот мне интересно. Хочу увидеть настоящую кость. Как мне это доказать, что вот эта кость настоящая? То есть, это не какая-то конкреция непонятная, потому что, ну, в принципе, я как бы геологией долго занимался, например, я... Кости похожие, ой, камни похожие на кости видел довольно много. Даже гальку похожие на яйца тоже видел. Как доказать таким людям? И нужно ли доказывать по итогу? Ну, нужно, мне кажется, всегда нужно. Нужно ли такое просвещение вообще? Нужно, да. И если будет развиваться, например, детская, скажем, палеонтология, это детские кружки, да? Чтобы дети приходили на вот... еще в раннем возрасте, чтобы они трогали эти кости, они смотрели, они понимали, почему это именно кость, а не кость. Да? Тогда будет гораздо легче. Да? Если человек уже во взрослом возрасте, и он хочет как бы узнать, кость это или не кость, ему можно 100 раз объяснять, но, и он может все равно не поверить. Но надо какие-то, наверное, открывать образовательные палеонтологические центры, когда люди просто, вот любые могут прийти, им выдаешь кость там, или фрагмент кости динозавра, он действительно шаг за шагом сам разбирается с ее структурой и сам понимает, что это кость. Ну, только просвещение. Вот. А то, что стоит зачастую гипсовые копии, это нормально, потому что 100 раз переместили с выездной выставкой скелет, он развалится полностью. Да? Надо 3D вот такие вот копии возить, а уже не настоящие. Не такие. Вот. Ну, лучше, конечно, лучше. Но фальшивки тоже бывают на самом-то деле. Вот, я, честно говоря, с фальшивкой такой, частичной фальшивкой, сталкивался только один раз, но, естественно, папам, где? В Китае, конечно. Вот, мы работали в Китае с материалом, который не динозавры, а цен, это уже после вымирания динозавров, но тоже глубокий, древний. Под 40 миллионов. Ну да, там даже чуть больше. И
как это происходило? Мы с китайским профессором вместе выезжали в деревню. Деревня стоит рядом с карьером. И местные крестьяне собирают конкреции, в которых черепа крокодилов. Или целые скелеты крокодилов. Там, вот, либо панцири черепах. Ну, фантастические вещи. И вот мы приехали, пошли в гараж к местному такому деятелю и целый день торговались. Я сразу увидел, что очень интересный череп аллигатора, он не был описан из этого местонахождения. Ну, аллигатора не рода, а близкого форма к аллигатору, аллигаторида семейства. О, Господи, это вот. Почти как динозавр, что ли? Нет, он маленький, нет, это почти как аллигатор, это уже совсем аллигатор. Не аллигаторо, это вообще аллигатор, почти аллигатор. Вот. И мы, а мой коллега, который, Игорь Данилов, который занимается черепахами ископаемыми, он увидел черепаху, явно новую. И вот приобрели эту черепаху, вот, она сейчас хранится в университете, в Майаминге, и в этом Гуанчжоу, в городе Гуанчжоу, у нее есть номера, то есть это нормально легализованная коллекция. Когда стали изучать этот панцирь, я вижу, у Игоря что-то так, лицо меняется, все вроде красиво. Ну, естественно, на своих местах эти пластинки. Он говорит, слушай, посмотри внимательно. Вот эта вот часть, она не настоящая. Там взяли, немножко не доставало на панцире черепах, они взяли похожие элементы других и наклеили. Потому что даже это не для того, чтобы нам какую-то фальшивку. Они, может быть, и не думали, что именно нам это продадут. Но это чувство эстетики определенное. Пустот не должно быть. И они заполнили пустоту в панцире. Как, кусками других это черепах. Это как пустота в сердце, вот. Короче Но говоря. Да? У меня был просто слезы наворачивались на глаза, когда я принес этого аллигатора. Нет, он был нормальный, там ничего не приклеили. Но почему-то китайский вот этот фермер он решил, что эта морда не очень красивая. Он взял болгарку и спрямил углы на голове этого черепа аллигатора. В итоге не удалось описать, например, новый род. Да, мы поняли, даже филогенетический анализ провели, поняли, кому он близко родственен. Но многие анатомические детали были просто болгаркой уничтожены. Кошмар. Вот. Это вот то, что я с чем сталкивался, с фальшивками, но в научной среде, да, есть основное правило. Все коллекции, которые описаны в научных публикациях, они должны быть доступны для изучения другими учеными. Здравствуй, протоавис. Вот, как раз к тому, как если... Чаты G, я знаю, ты меня смотришь, я тебя в чатике посылал. Ученых не пускают посмотреть на что-то уникальное, что-то здесь не то. Либо куратор к этой коллекции немножко не в себе. Нарушает все. Он приходил, но его больше не пускают. Да? Все этические нормы. Да? Либо там какая-то подделка. Вот подделку можно всегда выявить, если она будет изучена там, не одним, может быть, ученым, несколькими. Они посмотрят, все равно это будет выяснено. Главное, чтобы был доступ. Вот когда доступа нет, то здесь что-то не то. Но с таким вот я в своей... в профессиональной карьере пока еще не сталкивался, дай бог, чтобы с подделками не столкнулся. Ну, это прям радует. Угу. Ну, однако, страшненькие вопросы закончились. Ну, что еще страшного про Костю задашь? Нет, не прекрасно. Вопросы в чате. О, Господи. О, да. Святые моржи. Ну, на самом деле, не такие страшные. Так, я надеюсь, меня слышно в трансляции. И мы тогда перейдем, собственно, к самому, может, желанному и ожидаемому нашими зрителями, потому что зрители уже прислали кучу вопросов. Да. Зрители прислали кучу вопросов, я буду их в порядку зачитывать. Надеюсь, что мы хоть на часть из них успеем ответить, но и вы будете сами еще лишь распределять. Да, я думаю, что да. Вот. И начнем с вопроса Кирилла. Вопрос звучит так. А как вообще определяют, чем болели вымершие животные, пусть не динозавры, а хотя бы кто-нибудь более современный? Как определяют, чем они болели? По аналогии с современными, опять же, тут помогают зачастую врачи, которые видели у человека того же, как выглядят раковые образования костной ткани. Если мы находим очень похожие у динозавра, мы предполагаем, что это тоже был, например, рак. В случае вот то, с чем мы работали, это вот древняя исполинская саламандра, мы обнаружили два позвонка, которые срослись вместе, у них и так общие костные ткани не обросли, и вот под таким углом друг к другу находятся. Это явно была травма. Другие позвонки, никакой вот реактивной кости, реактивная реакция кости, которая начинает быстро разрастаться, нету. Они маленькие, друг к другу не прислоненные, даже срослись на каких-то ранних этапах индивидуального развития. Это что-то врожденное. Но иногда бывает вообще невозможно сказать, вот, какого происхождения патология, можно только предположить, опять же, с современными. Вообще наука зачастую сильно продвигается, когда специалисты разных областей занимаются одной проблемой. Вот, welcome, пожалуйста, врачи,
Давайте вместе заниматься патологией. Да не врачи или бывшие врачи? Нет. Я еще это... Будущие врачи. Палевно. Айболит. Выяснят еще. Так, вопрос. Что-нибудь добавишь? Так мы же уже, вот по сути, эту тему обсудили так более-менее детально-то еще. Тогда вопрос вам про годовые кольца. А могут ли они откладываться вследствие изменения гормонального фона в период размножения? Тоже было. Но про половое созревание там что-то прозвучало? Теоретически, что такое годовое кольцо? Вот как оно формируется? Да и чему соответствует? Оно соответствует полной остановке остеогенеза, то есть формированию костей. Она обычно, а почему она считается годовым? Потому что совпадает с какими-то неблагоприятными условиями. У тропических форм немножко другие механизмы бывают, но до сих пор непонятные. Теоретически можно ошибиться. И об этом обычно палеонтологи говорят. Например, животное росло, каждый год формировалось у него годичное кольцо, а потом плохой год какой-то. Вот, совсем жрать нечего, но ты не будешь расти, когда нечего есть. И тут может формироваться годичное кольцо. Очень интересно, годичные кольца выглядят у тех животных, которые переживают спячки и лето, и зиму. У них такие двойные кольца присутствуют. Вот. Поэтому ошибки возможны, но для этого всегда лучше иметь массовый, опять же, материал. Да, да, это да, вот да. Панацея. Так, я хочу только напомнить уважаемым зрителям, там вы видите меня по этой камере или по этой, что, во-первых, вы можете писать вопросы в суперчат, и они тогда появятся у нас на картинке, а нам будет приятно. Ну и вообще, кстати говоря, в эту трудную минуту вы можете поддержать нашу трансляцию, и у вас для этого есть ссылки в описании к видео. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И вопрос от зрителя, не знаю, как его зовут, посмотрел фильм «Динозавр 13». Как обстоят дела с раскопками в России? Я не знаю, что за фильм. Как обстоят дела с раскопками? Смотрели? Нет. Я тоже нет. Как обстоят дела с раскопками в России? Существуют ли проблемы с госструктурами при раскопках в нашей стране? Много людей занимаются продажами ископаемых. Это законно? Ну, раскопки идут. Да, их немного. Но, во-первых, у нас действительно мест, где найти можно динозавров, не так много. Но обычно все-таки такие места изучаются там, различными музеями, командами из университетов. В этом плане практически все местонахождения, они не простаивают, и я надеюсь, простаивать не будут. Естественно, все раскопки динозавровые, они совершаются коллективами, которые получают лицензию. Это абсолютно легальные раскопки, тут как бы... Никаких проблем, в общем-то, обычно не возникает у группы университетских палеонтологов или музейных палеонтологов получить такое вот разрешение. Долго, мучительно, но можно. Да? А что касается продажи, я, честно говоря, не знаю. Вот. Продают наверняка. Просто, я тоже самому интересно, потому что, насколько я знаю, в плане археологии все жестко, то есть вот памятники, там, вообще там, ходить с металлодетектором и так далее, только могут... Там с лицензией, там археологи с открытым листом, а вот в плане палеонтологии там пошел на карьер, там накопал каких-нибудь там трилобитов, и никто слова не скажет. И будет ли как-то в этом плане как-то это более ужесточаться и нужно ли это делать? Как это в археологии произошло? Нужно, может быть, не ужесточать, а как-то все-таки регулировать. Потому что для меня было таким не то чтобы шоком, но интересным опытом в Германии. Я проработал какое-то время, и меня взяли на практику студентов. И студентов возили по самым интересным местам палеонтологическим Германии. И в тех местах, где находят археоптерикса, там карьер, часть отгорожена, и вот эта вот часть, там только ученые ковыряются. В остальных же частях карьера приезжают семьями, платят небольшую денежку и ковыряют в этом карьере совершенно легально. Это вот досуг выходного дня. Если они что-то найдут, это будет их. Но при этом... Да, они могут продать это музею. В принципе, многие вот эти вот семьи, они очень сознательны и понимают, что если они что-то интересное нашли, они покажут, да, им дадут какое-то вознаграждение, но они, многие, не будут у себя хранить и науке не отдавать. Хотя у такого даже цивильного варианта есть свои как бы варианты. Да? Нашел что-то уникальное, нет, не отдам. У нас в России тоже такое бывает, когда люди находят что-то, да, спрашивают палеонтолога, а вот это что? Им говоришь,
уникальная вещь. Давайте делать статью. Нет, мне это спасибо, что и даже не надо без спасибо. Все, это у меня на полке. И такие коллекции рано или поздно оказываются на помойке. Если это не целые скелеты, ну, судьба коллекции, она обычно печальна. Ну, есть вот ситуация же известная с этим нанотиранусом, кровавая Мэри, которую до сих пор не дают исследовать. Да. Хотя все уже примерно поняли, что это Джубик Рекса, но как бы... Ну, все вот равно чувак, видимо, хочет какой-то эксклюзив иметь, и просто, видимо, из-за этого уже не хочет давать исследователям, давать, собственно, смотреть на свою кровавую Мэри, чтобы не подтвердили, что это как бы... Ну, сейчас-то... Он же потом слить скелет может, как нанотиранус, а ученые скрывают. Ну, с другой стороны, да, вот тут можно тоже договариваться. Сейчас какие технологии? Приходишь с поверхностным сканером, все, сканируешь, можешь потом 3D отпечатать, и, по сути дела, да хорошо, бог с ним, оригинал остается у коллекционера. Но вот по копиям уже тоже можно что-то сказать. Так, тут дело-то в другом. Здесь получается, Я понимаю, что он теряет уникальность. Я понимаю. Это будет как с Рапторексом также. Ну, к сожалению, такое бывает. У нас, насколько я понимаю, все, что в недрах, все государству принадлежит. Да? То, что если вы пошли и выковырили из обрыва там трилобита, это уже некое нарушение. Я просто очень надеюсь, что будет какое-то нормальное, но это тоже глупость. Да? Нашел трилобита, поднял, ты уже враг народа. Да? Нет, должно быть какое-то разумное урегулирование. Но пока этого нет. Я очень боюсь, что многие наши законы и разумность, они как-то расходятся, скажем так. Так, перейдем к вопросам, значит, более научным. Ой, слава богу. Да. Ну, мы еще вернемся к этой теме. С наземным, да, спрашивает Кирилл, с наземным или водным образом жизни более-менее понятно. А что насчет дневного, ночного? Я, кстати, я вспомнил сразу, что неандертальцы – это ночные. Вот некоторые товарищи разглядывали череп неандертальцев. У него такие большие глазницы, значит, большие глазища. Мой ролик недавно он был ночной вид человека. Это, а вот, да, тем более там какие-нибудь динозавры. Как по ним понять вообще? Днем шастали, вечером? Ну вот по размерам глаз. Там не просто по размерам глаз, там можно судить по склеротикальному кольцу. Это образование такое костное, вторичное. Оно находится, ну, по сути... Что-то типа внутри склеры, короче, вот у человека склера просто более плотная, у диносов и вообще, в принципе, у всех ранних позвоночных склеротикальное кольцо, оно просто позволяет глазу форму держать, то есть, например, водным формам оно позволяет как-то фокусировку не сбивать, когда погружаешься, но, в принципе, основа тупо поддержание формы глаза, который не имеет круглую форму на срезе, то есть большинство глазиков всяких птюшек, диносов там всяких, там ихтиозавров, да и, в принципе, даже каких-нибудь саламандр зачастую. То есть это не совсем круглое такое образование, шарообразное. Вот, так что это склеротикальное кольцо полезно. Но тут смысл в другом. Тут дело в том, что по склеротикальному кольцу это костыльный способ, очень костыльный. Но по его, значит, размеру можно определить максимальный размер глаза. То есть мы же зачастую не находим... Вот, например, если там, не знаю, вот череп дилки взять, например, да? Вот, ой, сейчас развалится, нет. Ну вот если его взять, да, то вот глазница, да. Вот, но глазик-то находится здесь. То есть, как бы, и вот склеротикальное кольцо просто позволяет в случае, когда глаз занимает не всю глазницу, понять размер глаза. Дырка внутри этого склеротикального кольца помогает понять, до каких размеров мог разрастаться хрусталик, и какая была светосила у этого глаза. Вот, соответственно, подбородок, короче, вот у внутреннего радиуса есть еще определенные, иногда, не всегда, есть определенные бугорки такие, которые могут указывать на, собственно, развитость мышц, которые хрусталик растягивают и сжимают, ну, не сжимают, как бы, но, опять же, растягивают. Вот по этим параметрам можно понять, там, какую глаз светосилу имел, какие размеры, соответственно, размер глаза у нас напрямую коррелирует с размером к этой клетчатке. Сказал тоже. Сетчатки. Сетчатки. То есть, ну, размер сетчатки у нас, соответственно, это, собственно, сама светосила и есть способность воспринимать. Вот, ну, то есть, способ костыльный, но, в принципе, зачастую животное, которое, например, как, ну, офтальмозавр, например, это такой ихтиозавр, у него большой блюдцеподобный глаз. Прямо большая дырка, да, это все поймут. Большая такая дырочка. Глаза ихтиозавров, это, конечно, да. Большая такая дырочка, большое само склеротикальное кольцо, то есть глаз большой, сетчатка большая, отверстие для прохода света тоже большое. В принципе, считается, что, скорее всего, этот чувак, он еще и зубов-то, по-моему, не имел практически. Офтальмозавр имел все-таки. Или, я просто не помню его череп, я просто не помню. Я последний раз его череп видел, когда ролик делал. Я просто их ихтиоптеригами слабо интересуюсь, но, опять же, тут проблема в том, что считают, что
Чувачок, скорее всего, нырял там метров на 500. Ну, это вообще, в принципе, нормально. У него даже кости позволяют не сложиться пополам на такой глубине. Кашалоты и по 2 километра ныряют. Вот он, соответственно, нырял там, где более-менее темно. И глазками, собственно, вылупливал каких-нибудь кальмарчиков. Ну и кроме этого, крупные глаза, возможно, помогали разным ископаемым животным в то время, когда они жили, существовать в приполярных и полярных областях. Да, вот те же самые там мозазавры, ихтиозавры, плезиозавры, некоторые вот заплывали. Вот, но ну, там да, ихтиозавры нормально себя чувствовали. Кроме этого, есть идея, почему троодоны, вот эти известные хищные динозавры, близкие к птицам, почему они прекрасно чувствовали себя при полярных областях. А и кто же много. Знает, что троодон вот них, только по зубам известен? Ну, скажем так, троодонтиды, да, вот у них же крупные глазницы. Зауроорбитолес тогда. Вот, ну, бог с ним, там зубов троодона действительно много. Да? Да. Вот, по аналогии, скорее всего, крупные глазницы для этой группы были характерны. Может быть, они прекрасно чувствовали себя ночью, ловили млекопитающих и прекрасно себя чувствовали как в полярных областях. Ноктюрное поведение. Возможно, но это все-таки предположение. И на самом деле, вот из-за этого очень странно, почему млеки, собственно, отказались от этого дела. То есть, как бы, они же вообще как-то очень начали двигаться после триаса в сторону, что глазки мы скипнем, даже один пигмент потеряем, и все в ноздри и в уши. Ночными и норными. Да, вот ночными и норными. Все. Вот это, кстати говоря, постоянно спрашивают, почему, если скоротекальное кольцо такое офигительно полезное, почему млеки от него отказались? Ну, потому что, не нужно, потому что глазки, в принципе, как бы уже все не алло. Вопрос ребром. Значит, Вероника Валерьевна спрашивает, какие... Прям вопрос очень такой... Емкий. Какие древние обитатели встречаются на территории России? Древние обитатели, они соответствуют тем слоям того возраста, которые сохранились на территории России. У нас, в принципе, есть уникальные докембрийские организмы, вот, скажем, мягкотелые фауны, возраст которых там больше 524 миллионов лет. Вот. У нас есть в Ленинградской области там палеозойские различные формы, да. У нас есть немножко динозавров, и у нас есть много мамонтов. По сути дела, в России есть практически все. Единственная проблема, что обнаженность, выход этих древних пород, он очень ограничен. Все покрыто там лесами, доехать, найти зачастую сложно. Но по сути дела, потенциально найти можно все. То есть Россия... Страна возможностей. Да. И слонов. И слонов, да. Древних. Ну, естественно, конечно. Терра инкогнита. Уже 47 вопросов, кстати, прислали. Всего-то осталось чуть-чуть. Да. Ну нет, ну мы пока на все не ответим, вы отсюда не уйдете, вы же понимаете. У меня на стриме рекорд был, помню, 50 с чем-то, так что нормально. Так, как ребенка ввести в палеонтологию, чтобы не испугать и не отбить интерес? Так вот. Мне кажется, наоборот, оттаскивают вообще. Обычно, да, оттаскивают. У меня книги в детстве прятали все эти. Тут не надо насильничать. Да, то есть, если ребенок увлекается палеонтологией, пусть он увлекается, надо поддержать его в этом интересе. Я очень благодарен своим родителям, своей бабушке, которая интерес этот просто поддерживала. Хотя, когда я все-таки, уже будучи студентом университета, сказал, нет, я все-таки буду палеонтологом. Я хотел быть палеонтологом с 5 лет, но потом были некоторые сложные времена, когда я пришел к своей бабушке. Вот, к сожалению, из-за того, что у нас онлайн, она хотела прийти воочию. Может, вот, смотрит? Смотрит. Можете вроде как. Передать ей привет. Нина Павловна, большой привет. Вот. Она у вас послушала... замечательный внук. Да, нет, так нельзя. Вот, она послушала меня, говорит, ну и дурак. Ну, иди занимайся. В общем-то, мне кажется, что это очень правильная стратегия. Если ребенок мечтает быть палеонтологом, ну пусть вы он дурак, будет. Потому что хотели быть палеонтологом? Потому что решил уже, все-таки решил. Да. Она никогда... Она пыталась мягко отговорить. Там, она сейчас сложные 90-е. Хорошо, ты пошел в биологию все-таки. Может быть, там генетика там, и прочее. Я честно написал курсовую по генетике. Это про мух, про эволюцию. Понял, что ну, где мухи, где динозавры. Нет, кстати, палеонтология еще в чем полезна, то чисто с нее фанятся. Я потому что как бы сам по себе просто палеофан. Как бы, может, даже не особо-то такой как бы, и специалист, потому что я знаю людей, которые просто по рофлу этим интересуются и занимаются, и знают гораздо больше меня. Ну, вот. Хорошо. Как бы, и тут дело в другом. Палеонтология такая вещь, она просто находится на стыке наук, то есть там и биохимия, туда же идет и астробиология, это астрохимия, туда же идет геология, туда же идет общая биология, туда идет генетика, туда идет антропология. Вообще антропология, в принципе, такой маленький придаток палеонтологии, да? Нет, тут антропологов сейчас. Нет, прикалываюсь, но тем не менее. Взял бы бедренную, да как сказать? Да,
Мне после армии уже ничего не страшно. Убегу. Этот, короче, смысл в том, что палеонтология, она просто помогает как бы... разобраться во многих вещах. Она что-то создает типа такой общей картины. То есть, если ты просто фанишься с динозавриков, если ты ходишь на парк юрского периода, если ты там играешь в Арк или ИСУ, там, это как бы одно дело. Но когда ты хочешь заняться палеонтологией более, скажем так, ну, серьезно, то ты постепенно входишь в ситуацию, что ты открываешь для себя мир вообще всей планеты Земля более детально. То есть ты начинаешь видеть какие-то связи определенные в этой всей, вот это вот некоторое дерьмо, которое вокруг нас происходит эволюционное, постепенно оно для тебя начинает выстраиваться в общую такую единую картину. И это прям лайк и репост. Палеонтологии за это. Спрашивает Анастасия, насколько сильны различия в костях древних рептилий и современных? Такие же. То есть организация костной ткани, она не меняется. Согласный товарищ вообще такой. Но, все правильно. По сути дела, а что такое рептилия? Вот если динозавры, давайте не будем все-таки там рептилиями развиваться. Да? Если мы возьмем, порежем там ящерицу какую-нибудь мелкую, надо, и современную, ну, ископаемую можно уже. Да? Современную там дохлую нашли, порезали, там, в общем-то, будет очень похоже. Да? У черепаха, да, в зависимости, опять же, от образа жизни и так далее, будет очень похоже. Нельзя так взять, просто посмотреть на срез и сказать, ага, это меловая или юрская форма. Или это современно? Нет, они очень похожи. Так это тоже постоянно, вот у нас очень заметил в российской палеонтологии, не то, что даже не в российской палеонтологии, короче, в российской биологической науке, вот это вот такая странная тема, рептильная форма, рептильная там, а рептильный уровень организации. Нет, то есть это была устаревшая. Это вот такой вот ламаркизм какой-то непонятный. Скорее так, сейчас можно уже более-менее жаргонно описать скорость обмена веществ. То есть рептилийный такой уровень обмена. Ну, а тегу тогда ни туда, ни рыба, ни мясо тоже не катит же. Но, с другой стороны, мы, если смотрим на картину шире, да, вот те же самые крокодилы, да, они такие медленненькие, ну, в плане роста. Которые остались. Просто себе козухи вымерли. Слава богу, хоть эти твари вымерли, да? Но многие примитивные архозавры, может быть, были гораздо там и более теплокровными, и росли быстрее, вот по структуре костей они отличаются. Ну да, это, кстати, очень интересно, когда человек, вот, ну, просто иногда спор такой возникает в интернете, даже не спор, а просто называют динозавров ящерами, рептилиями, да? И ты просто говоришь, что там элементарно какая-нибудь там в поздней первой пролоцерта жила. Вот, и судя по данным ее, собственно, косточек, вот теми методами, которые были вот рассказаны в презентации, она, ну, может быть, не теплокровная, она но как эритрозуф. Да, да. То есть, нет, вот, в принципе, теплокровностью даже ты никого не удивишь еще с конца пермского периода, и вот это животное уже как-то, ну, не хочется называть рептилией, уже как бы не то это. Вот. Ну и то, что называют, например, зверообразными рептилиями, это вот синапсидная наша линия. Вообще к завропсидам отношения не имеет. Там такая рыхлая костная достаточно ткань с большим количеством сосудов, она тоже появилась достаточно. Вопрос актуальненький. Да, очень актуальненький. А были ли у динозавров эпидемии? Ну, в конце мелового периода было одно. Вот. А, я думаю, что были. Вот. У птиц периодически случаются. Но... А, рексики. Эти, как 60% зараженных токсоплазмозом. Трипаком. Простите. Да, серьезно? Короче, взрослые рексики после 15, по-моему, лет и до самой старости, у них, по-моему, то ли 60% черепов со следами прокусов, и они друг друга заражали бактериальными инфекциями. Я даже постоянно вижу реконструкции, там, когда там для ролика какую-нибудь картинку ищешь, постоянно на DeviantArt, вот эти фанаты строгой анатомии, рисуют их прямо вот с этими бактериальными образованиями. 60% как бы. Вообще, в принципе, очень странная тема у рексов. Они зачем-то друг друга за лица хватали, но не убивали при этом. Ну, мы то, что не убивали, это нормально, мне кажется. Ну, как бы... специфика не убивать. Ну да, неинтересно же своих. То есть, возможно, были. Но заражали вот друг друга. Вот что странно. Но с другой стороны... Руки-то не мыли. Если взять... А лицо? Вот. Если взять 10 коров и, допустим, вот поставить такой жесткий... Давайте только не будем, да, условно виртуальный эксперимент. Кусать корову. Вот человек подходит и кусает корову до кости, да?
У нас во рту тоже черт знает, что творится, и это... коровы тоже начнут болеть. Так это как от комодского варана, он же ядовитый, конечно. Ну, ядовитый, но слюни это тоже, что там много чего содержит. Да-да, много вот. Чего, он же токсикофера, но он же не ядом убивает. Нет. Так что можно септический укус получить, в принципе, от любого животного, да. Тут вопросы, в принципе, они пересекаются с тем, что вы говорили. Тем не менее, вот, а как можно по зубу определить, к какому виду и подвиду относится животное /человек? Аномалий же полно и у типичных современных особей. Ну, вот у троодонтит, например, особенность именно в том, что у них зубы треугольной формы, слегка загнутые назад, с большими бугорками такими. То есть это, в принципе, описание самой группы вот этих паравиесов такое. Вот они, в принципе, этим отличаются от других драмеозавров там, и птюшек. Это но как опять пример. Же, понятно, что это когда массовое, да. Когда есть это, серия. Да, но... и как бы видно уже потом было. А вот так, чтобы как отличить чисто по зубу, это ну, вот... при этом тоже иногда возникают ситуации. Находили, например, зубы, в которых видно, что хищные динозавры, терапотики, но у которых не было разделения на эти маленькие зубчики по переднему и заднему краю. А так мы же показывали. Вот. Да? Нет, я тебе не показывал. Эти в зоологическом музее. И описали в итоге троодонтида рубокодона, у которого как раз зубы-то не были, не содержали этих зубчиков вообще. То есть у троодонтид тоже такая ситуация бывает. Но пока не нашли нормальную, изумительную челюсть, не поняли, что это троодонтид с особым строением зубов, но это была некая загадка. Массовость материала и полнота материала, они определяют достоверность определений. Вот. Очень много материала такого с знаком вопроса, а фиг знает, что это такое, и это ждет обнаружения целых скелетов. Ну да, я как раз сразу вспомнил там какого-нибудь денисовского человека, который известен там по нескольким скромным зубикам там, и вот только недавно нашли эту челюсть, половиночку, а так вообще там фаланга мизинца, три зуба и вообще какие-то ошметки. Вот, но зато ДНК, там только по ДНК. Так, а какие именно динозавры пережили эксцесс с падением метеорита? Кроме птиц, наверное. Никакие. Ну, формально пережили-то они все. Проблема в том, что они закончились. Там гадрозавров каких-то говорят, что там на плюс 300 тысяч лет нашли. Но это как бы такое. Там, многие находки оказались просто переотложены. Да, вот. Так что это костыль вообще, костыль какой-то. То есть они умерли нормально в конце мелового периода или близко к границе. Потом их кости вот размыты были и переотложились. Заново сохранились, но более, да, в кайнозое, более ранее. А можно ли по окаменелым зубам определить рацион вымершего животного? Так, в первую очередь, по зубам? Как бы... Ну, если, например, взять, там, не знаю, зубчик спиныча, зубчик барионикса, зубчик рекса, зубчик троодона, понятно будет, кто чем давился, имеется по форме, да, по срезу можно. По зазубринам. Вот. У растительноядных, в общем-то, достаточно просто. Можно понять, что они растительноядные. Да? Уплощенные зубы в примитивном варианте листовидные, потом да, такие вот. Потом, там какие-нибудь стереофоры, стегозавров и прочее. Дальше надо смотреть уже стирание. Если есть фасетки стирания, можно увеличить, посмотреть бороздки, и по направлению этих бороздков на фасетках стирания можно реконструировать движение челюстей. Даже там, вперед, ну, можно даже узнать, вот. Песок, например, попадал в рот или нет. Да. Вот. То есть вот такие вот детали можно, изучая зубы. Но в целом отличить хищного динозавра от растительноядного – это не проблема. Да? Но вы же струтиомим это хищным назвали, а? Но хищным – это название группы тераподов. Неправильно все равно. Почему неправильно? Он теропод, значит, он хищный динозавр, да? Ну, вот, голубь тоже тогда. Голубь хищный. Тоже хищный динозавр, правильно? Почему? Да, они так клюют больно. Да, я видел, мемчик-то был древний такой еще в нулевых годах, когда вот этот голубь клюет окорочок и говорит, боже, какие мы вкусные. Вот, примерно так. Конфермит, как говорится. Вопрос, возможно ли сохранение полной ДНК мамонтов в вечной мерзлоте? Насколько я знаю, как раз оно не только возможно, но и да. Имеет место. Да, ну а дальше... Но там полное, конечно, не то, что там буквально... Прямо взяли, и там такая прямо ядрышка, клеточка, а у нее такие там хромосомочки хорошие. А. Оно там полное... В таком виде и не сохранилось. В том смысле, что его собрали. И оно его собрали, да, последовательность в ДНК известна. Ну и все на этом.
Да? Нужны действительно и ядра, и хромосомы, и живые клетки мамонта, чтобы это возродить. Пока мы просто можем наслаждаться генетическим кодом. Ну, ответ написано. Возможно. Возможно. Для мамонта возможно. Ну, пока. Будем надеяться. Да? Да. Пока не сделано, пока не нашли. Как не нашли? Ну, живых клеток мамонта не нашли. Нет, но тут вопрос про ДНК, а не про живые клетки. ДНК нашли. ДНК нашли. Живых клеток не нашли. Так, уже 54 вопроса. Так было 47. Ну, так они постепенно добавляются и добавляются и добавляются, и добавляются. Так, я просто старые вопросы убегают вперед, я боюсь, что обидится товарищ. Так, солнцестояние есть, да, скоро будет. Ну вот, а мы просто вот вопрос состояния. Вопрос состояния в прямом смысле. Все про болезни вообще опять спрашивают. Как, интересно, какие болезни были распространены у динозавров больше всего? То есть самые такие. Ну, это травмы нагноящие. Ну вот травмы, я то, что про Дилку-то рассказывал, да. Про того, которому в грудак прилетело. Да. То есть самая распространенная болезнь, это когда тебе прилетает по лицу. Вот был дилофазавр, которому выбило два пальца, оторвало. Потом ему, вот на правой руке ему оторвало два пальца, у него осталось только, ну как бы у него 3,5 пальца всего на руке. Вот у него осталось тут 1,5 пальца. У него вывернуло руку в локте, вот так вот. Эту руку ему выбило ладонь. И выбило сустав, и выбило в плече. И вот он в таком виде еще 1,5 года потом бегал и сдох уже просто от того, что не мог. Устал. Вот их основная, так сказать, проблематика. Не мог что? Ну, потому что уже как бы ты никуда не гнешься. У него... От огорчения, как говорится. Ну, 1,5 года огорчения. Они, конечно, поняли там ученые, что да, как бы иммунитет у них волшебный, чуть ли не как у крокодилов. Там вот есть крок, который без хвоста, например, тусует вообще спокойно. Но, опять же... Ну, какой иммунитет бы ни был, все равно постоянные нагноения его привели к тому, что он, да и охотиться не смог даже нормально. Вот главная вообще, проблема. Вообще, герои там, вот тут надо снимать блокбастер «Почти выживший». Вот, «Почти про, выживший». Про этого дилофазавра, аж 1,5 года протянуть. Ну, принципе, уважение. Пережить триасово-юрское вымирание и помереть. Твой подвиг. Мы помним, так, да. Если в костной, вот сложный вопрос, если в костной структуре происходит так много процессов, можно ли регенерировать зубы от кариеса? Я вот как написано, так и процитирую. Ну, я помню, нет. То есть, типа, от кариеса нет, но проблем у динозавров, например... Был у динозавров ведь кариес? Да не был, успеет, вот. Скорее всего. Что? Он там только до второй стадии, потом что-то зуб выпадет же. Конечно, вот там же постоянное зубозамещение. Дальше, даже если начинался кариес, ну и пофиг. Ну это и есть упадал. Регенерация от кариеса. Вот, например, выпал и вырос новый. Вот бумага же недавно была про майонгазавра, что он раз в 56 дней зубы менял. Да. То есть, типа, он такой весь из себя остеофаг. Хотя, в принципе, на самом деле, от абелизавров другого я не ожидал. Ну, там очень по-разному, как бы, мы пытались как раз нащупать, а если, например, у полярных динозавров, там, может быть, больше, быстрее смена. Вот это не знаю. Пока не... Это я делюсь просто. Вот, работаем с этим, вот, пытаемся. Да. Скажите, еще один вопрос непростой. А скажите, а есть ли связь между размером клетки и нейронной плотностью? У крокодилов нет. А у хвостатых амфибий есть такая группа, современное семейство, безлегочные саламандры, плитодонтиды. У них крупные клетки, и они сами некоторые очень маленькие. Они, и, например, они легко обходятся без легких, потому что газообмен идет просто через кожу. Так вот, какое ограничение? Они, может быть, становились себе еще меньше. Но мозг их может... саламандров, работать при определенном количестве клеток. Вот они достигли абсолютного минимума. Я не помню сколько, но это смешное количество. Это, конечно, не насекомое, но тем не менее. Поэтому, да, есть некоторые связи. Если у тебя крупный геном, у тебя будут все крупные клетки, включая нейроны, а дальше уже архитектура мозга. А у кроков, например, я недавно видел бумагу, не такую прям, чтобы достоверную, но я видел то, что у них, в принципе, количество нейронов в мозгу там, в определенном возрасте... стопорится, и как бы даже если мозг в дальнейшем растет, то количество нейронов в нем не увеличивается. Увеличивается количество глиальной ткани, которая поддерживает, и, собственно, количество связей дендритно-аксонных. Так что тоже может, как и один такой ответ на этот вопрос. Но опять же, это же все такие...
Тут крокодилы, тут саламандры. Ну, опять, мы смотрим на современных. Систематического-то тут нету ничего такого, что размеры клетки, и сразу из этого можно вывести плотность. Нет, тем более, что в каждой эволюционной линии всегда своя судьба. Да? И там по-разному будет и мозг организован, и клетки, и геном, и так далее. Надо конкретные случаи рассматривать. Увы. Значит, вопросы я буду зачитывать в том виде, в каком они пришли. Отлично. Завроподы – это скорее отдельная группа или динозавры, непонятно с их предком, в скобочках, паразауроподы, не предки завропод, и вообще все сложно. Вот все. Очень сложно, особенно про завропод вообще ничего не понятно. Есть мнение, что они вообще не диносы, но там всего полторы бумаги про это. А вот именно завроподы, вот эти массоспондилы, массоспондилы это вот родственники плотоозавров, ага. Массоподы, массоподы, куда входят, собственно, завроподы, это вот с прошлой нашей встречи. Вот, так вот, эта группа, она вроде как диносы, да? Ну, по крайней мере, то, что динозавры, это точно. Там есть гирерозавры, вот они типа самые ранние, и потом идут завроподы, уже длинношеи и травоеды. Отвечая на вопрос, сложно, но про завроподы это динозавры, и естественно, они родственники, вот, похоже, что вот эти гигантские формы. Возможно ли формирование внутреннего скелета не на основе кальция 3 PO4 2? Гидроксиапатит. Да. На основе кальцита. Может, еще какие-то минералы подходят? Одноклеточные. Берем радиолярия, там кремний. Ну, это вот так. Так что бывает и такое, да. Но у позвоночных нет. У позвоночных все... Так типичненько. Это же все же еще завязано на биохимии, то есть материал, из которого делается кость, должен быть доступен, должен быть, соответственно, определенной валентности. И плюс еще очень важно, чтобы его можно было как отложить, так и переотложить. И как бы из кварца, например, делать кости, это вообще не алё. Вот, вот постоянно спрашивают про жизнь на основе кремния. Кремниевые. Да, вот кремниевая жизнь, именно поэтому да, это ну, очень печальная быть. Будет химия этой жизни, потому что если оксид кремния – это песочек, который осел и до свидания, то оксид, собственно, углерода – это СО2, который в воздухе летает и доступен. Поэтому, конечно, кости вот, гидроксиапатита – это динамичная вещь, которую можно действительно там, изъять. Жизнь любит движение. Да, кость. Кость есть движение. Да, во всех смыслах и химическое. Как это называется? Термодинамический и механический. Все сразу. Сейчас такой вопрос. Павел Скучас, так и скажи профессионально, как по зубу узнают принадлежность? Например, как по зубу из Денисовой пещеры определили, что это особая ветка людей. Но тут я сразу просто скажу. Если позволите, что да, по ДНК да. Вообще в данном случае. Без ДНК это просто был зуб, который считали, то ли он неандертальский, то ли он сапиентный. Вот, и пока не провели анализ... Зубы там были, ну, Денису человека описали не по зубу, а по, начнем с того, к фаланге мизинца. А по зубу уже появились потом. Но в данном случае по ДНК. Это, кстати, было впервые в данном случае, когда именно генетический анализ был использован для описания какой-то особой формы человека. То есть по ДНК стало понятно, что он отличается и от неандертальцев, до этого уже известный геном, и от современного человека. Вот. А ну, здесь, это еще раз, в случае динозавров такое не катит. Ну, вот. Опять же, у каждой группы... Потому что ДНК нет. Группы позвоночных, у них собственное строение зубного аппарата. Например, по зубам отдельным акул можно иногда определять, и зачастую можно до вида, до рода. Да? Сложно устроены зубы. У млекопитающих вот, коренные моряры вообще отлично. Там нашел коренной зуб, там посмотрел, сравнил, это практически вот, легко можно описать новый род. Я бы поспорил, я один раз так на огороде у себя аллотерия нашел из плейстоцена. Поздравляю. Это немножко не то, но что это был, крыса, хомячка? Да, это был крыса. Но с динозаврами у них все-таки вариант строения зубной системы характерен для нескольких родов сразу. Например, для семейства, более крупных таксономических единиц. По зубам, в общем-то, не описывают динозавров сейчас уже. Но поначалу, да. Спрашивает Арина Ленькова. Как диагностировали птицезавра в Перми и реконструировали перья вроде в 2015 году? Кого? Птицезавр в Перми. В Перми, в смысле, в Пермском периоде? Нет, в городе. В городе, не знаю, в данном случае. А в какой Перми? Перми в США есть. Что-то, короче, нет, странно. Я не слышал. Наверное, в я даже не слышал. Арина, конкретизируйте вопрос. Наверное, да. Уточните потому, название. По крайней мере, публикации научных по нахождению кого?
птицезавр в Перми. Ну, тут, возможно, что-то имелось в виду. Ну, то есть, может быть, имелось в виду про возможных предков птиц. Там, а у нас вообще в России находили диносов с отпечатками пирата? Нет. Ну, кроме таку. Динозавров с отпечатками перьев только кулинодромей. Атаку? Пситаку? Пситака. Это в Китае нашли. У нас это исключительно скелетики. Без. Как вообще в Перми с птицезаврами? Не очень. Вообще никак. А что там отложения вообще? Там же... Нет, ну если брать вообще в пермские отложения, ну это доминирование зверообразных и рептилий. Там немножко там вот архозавровая линия начинает поднимать голову. Ну, там и крокодилоподобные, в кавычках, создания. Но на птицы не похоже. Да, Арина Ленькова, уточните ваш вопрос. Что вы имели в виду? Какие климатические и метеорологические события способны деформировать внутреннюю структуру кости изнутри, и как эти изменения идентифицируют, чтобы не мешали исследованиям? Ну, это сродни тому вопросу, что я задавал. Ну, принципе, про климат, да, как это отражает. Но если какие-то метеорологические, но, опять же, сезонность, она отражается вот, в строении костей, в формировании костей. Только, не знаю, деформировать внутреннюю структуру кости, может, это уже после смерти имеется в виду? Ну, например, там при фоссилизации, там какая-нибудь кристаллизация материала какого-нибудь происходит, который может быть похож по виду. Скорее, геологические, наверное, условия. Да, перит как-нибудь хитро расти начал, потом распилякали и подумали, что это не перит, а какая-то там клевая структура, которая нигде не была. Ну, бывает, что смотришь на срез кости, и, в общем-то, там никакой структуры кости уже не сохраняется. Это как раз уже геологические процессы. Ты смотришь на это, вроде бы форма кости нормальная, сделал срез, а там ничего не видно. Такое бывает. Либо видно какие-то такие кристаллы, которые явно сформировались. Кость, которая практически метаморфическая порода. Да. Уже, да. Вопрос Арсения Круглова. О, господи, он-то тут откуда? Не знаю. Я даже не знаю, кто это. А губы терапот были? Ну, губы – это мемчик уже просто. Губы. На самом деле, мягкий губ, мне сложно представить. Вот мягкий так вот губ, скорее всего, не было. Поцелуй в засос двух тираннозавров, это можно себе представить, но сложно. С другой стороны, на реконструкциях даже некоторых там морских ящеров, там мозазавров, допустим, у них рисует так вот челюсть, огромные зубы торчат, вот так вот все. Ну, у мозазавров точно были. Точно были, да. Но многие реконструкции до сих пор, да, вот по аналогии даже, да. Многие реконструкции, которые вы можете обнаружить, там уменьшают вот эти вот губы, или как они назвать? Они опять же не мясистые, ведь так ведь? Нет, не мясистые. Да? Именно что кератиновые губы. Кератиновые образования все-таки они прикрывали чуть-чуть зубы, как у современных там вора. Да? Но так, чтобы вот мягкие, вот так, не мог. Да, да там как бы у диносов у нас просто референса взять неоткуда. Вот если курозавра вырастет, узнаем, были губы или нет. А так... Да что-то сложно представить. Я, кстати, позволю себе влезть среди этих вопросов. Ходил по соцсетям такой набор картинок, некий художник взял и нарисовал, как якобы реконструировали бы современных животных, если бы от них были кости. Мне создалось впечатление, что там некая профанация, по большому счету. Да, профанация. То есть он там сделал каких-то таких как без ушей, без волос, каких-то таких поджарых. Сухих, непонятных. Там просто в этой книжке был заложен такой просто сплошной рофил. Они постоянно делают такие вот рафляночки палеонтологические, просто так по приколу. То есть они адекватные чуваки. Хоун и кто-то там еще, короче. Вот они адекватные чуваки, просто, ну как бы да, если мы, например, найдем череп мамонта, ведь, да, мы же поймем, что у него хобот, да. Но тут ситуация в другом была-то у них. Что перед нами нету референса живого с таким хоботом. Да. И из-за этого, кстати, ситуации возникают, что, например, на спинозавре хобот рисуют. Да? Ну, это тоже был рофил, жирный рофил. Это настолько же жирный, насколько был и сам спинозавр. Но у диплодоков хоботы рисуют. И вот у диплодоков хоботов точно быть не могло, потому что это у нас завропсиды, а у них личико кератинизированное. Вот прям посюда. Нет, здесь просто речь идет о том, что когда люди не знают, как делается реконструкция, то представляется, что это делается от балды. То есть у нас есть скелет, а дальше бы на него налепили, что обводят, хотели. Обводят, да. Вот. Да, налепили, что хотели. Но нужно просто пояснить, что, может быть, некие художники так и делают, но когда речь идет о научной реконструкции, то там все-таки используют, как бы, не всем понятно слово референс, но используют как бы аналоги, референс. Существующие. И
когда определяют, что это, например, найден скелет, это явный примат, это явный примат, вряд ли у него будет хобот там, и рога. Ну да, то есть это как бы есть такое понятие, которое, не знаю, вот все его знают, это остеологические корреляты, то есть костяные какие-то особенности на поверхности кости, по которым можно сказать, что, например, вот сюда явно что-то крепилось. Потом мы, собственно, аналоги, вот опять же, потому что для чего, например, полезна палеонтология, потому что ты будешь знать анатомию. Есть такой раздел «Сравнительная анатомия». Мы берем косточку диноса, берем косточку современного животного, смотрим, что у них одинаковые бугорки на одинаковых костях по названиям, и понимаем, что, возможно, тут было нечто похожее. Вот. То есть и все. А потом просто есть статистический набор данных, по которым мы видим, что этот бугорок на кости не единичен, а представлен у всего вида этих динозавров. Потом мы можем там... И это не патология, ну, да, а норма. Да, и у него еще и родственники есть там в этой группе, у которых все аналогичное имеется. И как бы у нас там постепенно уже вырастает тот внешний вид, в который мы, например, наблюдаем на современных реконструкциях динозавров, когда у нас динозавры не ходят вот так и так далее. То есть это как бы динозавр, который идет вот так, это чувак со сломанными руками автоматически. Вот тот полтора года, который выживал, да, вот. Да, вот, но тот вообще лезгинку танцевал, походу, заело его. Павел, посоветуйте, пожалуйста, русскоязычную литературу для новичков, чтобы получить базовое представление об эволюции позвоночных. Позвоночных? Русскоязычную. Для новичков. А, совсем для новичков. Но вот сейчас, если брать, например, динозавров, выходят, вышли уже переводные книги Стива Брюсата. Вот. «Время динозавров». Да, совершенно верно. Если вот совсем для новичков, но это, нет такой книги «Введение», например, в палеонтологию позвоночных. Да? Как и нет книжки «Выведение» из нее. Да? Вот. Да, уже не выйдешь. Уже пишите, не выйдешь. Пишите. Вот. Кстати, вопрос параллельно был. Когда книжки там вы напишете вообще? Да, кстати, я тоже хотел спросить. Но у меня так к концу года только будет. Слушайте, давайте потом. Вот, то есть надо сказать. А потом? Нет, 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 не отвертитесь. На самом деле есть... Для новичков. Я думаю, что надо прочитать «Внутреннюю рыбу» Нила Шубина или хотя бы посмотреть фильм, который снят по этой книжке. Это не просто, но это хороший уровень. Потом полезно, когда продвинетесь, взять книжку «Сравнительная анатомия позвоночных». Поначалу будет тяжело, но вы привыкнете. По сути дела, нужно разного уровня книги читать и постепенно погружаться. В физиологии это называется аккомодация постепенно. К сожалению, вот так сказать, ой, как хорошо, что вы спросили, как раз я подготовил списочек вот как раз по позвоночным. Нет, но есть хорошие книги по палеонтологии в целом, там Журавлев то, что написал, но это они скорее общие. А, этот «150 миллионов лет господства». Да, тоже. И «Хроники тиранозавра». Тоже. Барретт писал, да. Вот, тоже и «Хроники тиранозавра». То есть тут еще фишка в том, что «150 миллионов лет господства» она общие данные про диносов дает, а «Хроники тиранозавра» она позволяет оценить, как различные методы позволяют изучать динозавра. Я вспомнил книгу. Она была написана, по-моему, в конце 50-х годов прошлого века. Очень известный палеонтолог Алексей Петрович Быстров. Друг, соответственно, Ивана Ефремова. Даже я ее читал. Вот. Там три раздела. Называется «Настоящее». Нет, «Прошлое, настоящее, будущее человека». Да, да, да. «Прошлое» — это... «Homo futurus». Да, да, это именно его. Это в разделе «Будущее». Да. В разделе «Прошлое» — это как раз эволюция позвоночных. Понятное дело, что нужно сделать апгрейд уже. Но какие там рисунки? Там он, кстати, продвигал как то, что я сегодня рассказывал, гистологические исследования. Он был врачом. И когда была война, через его руки прошло несколько тысяч человеческих черепов. И он описал изменчивость строения черепов современных людей. Это написано в разделе «Настоящий человек». Книга абсолютно уникальная. Да? И его, в принципе, можно сейчас в интернете найти. Скачайте, и вы поймете, что да, даже крутая. Давно было написано. Я считаю, что лучше. Можно ее дорабатывать, перерабатывать. Причем она популярная. То есть, да. А я впервые слышу. Алексей Петрович Быстров. А ведь он врач. Я со Стива Паркера начинал. «Рассвет динозавров, торжество динозавров». Там про палеозой и про мезозой это вкратце рассказано. Но это вообще для детей. Там, конечно, даже скелеталы есть, но это прямо для тех, кто вообще... Мне было 8 лет, и я смог в эту книгу въехать сразу. Это хорошо. Там ничего сложнее названия динозавров нету.
То есть там даже специально для дурачков, если на развороте, то прям классификация динозавра каждого дана еще по старым вот этим классам, отряд, семейство еще. Ранговое. Да, когда еще это было актуально. Вопрос Анастасии. В каких самых необычных местах были найдены кости доисторических зверушек? Почему Анастасия? Я же поменял уже имя. И пол тоже поменял. Это ваш вопрос? Вот смотрит именно. Необычные места. Ну, в Антарктиде. И сейчас там активно все тает, все переполошились, конечно, но единственный какой вот плюс я в этом вижу, палеонтология будет развиваться. То есть много чего будет найдено. В высокогорьях иногда, в Тибете были обнаружены там динозавры и так далее. То есть есть денисовский места. Человек, кстати. Вот. Так что да. Есть места такие необычные. Да везде, вот. По-моему. Непонятен термин необычный. На дне морском там какие-то тралы, причем рыболовецкие, вытаскивают. Черепа, конкреции марганцевые там да. С чем-то. Да, да, да. Вот. А мне нравится. Разбомбили музей, и потом уже его раскопали заново и нашли там череп неандертальского подростка. А вот динозавра не нашли. Лемустье. Да. Ну, вот. Но там что-то погибло, что-то... Вот, только что было про музей в Рио-де-Жанейро, который сгорел. Ой, да. И там все равно потом тоже раскопали и что-то нашли. Часть коллекции удалось как-то спасти, хотя она, конечно, пострадала. Мы даже используем между собой в палеонтологическом таком микросообществе термин «вторичная палеонтология». Первичная — это поехал в поле в экспедицию, да. Покурялся, нашел, вторичное, приехал в музей, так увидел, ух ты, в ящичке какой-то. В ящичке. Вот, валяется как раз, уже тут 40 лет, то потерянный то там какой-нибудь там позвонок сунгиря. У меня был случай, когда я просто перебирал коллекцию и достаю такую коробочку, написано «Ничего интересного из такого-то местонахождения». Я так открываю, ух ты, там какая-то интересная саламандра. Так вот этого Littlefoot, самый полный скелет австралопитека, по-моему, 20 лет лежал где-то в Южной Африке, там в Йоханнесбурге, пылился. А потом, да, перемешку с антилопами какими-то. Потом студентик просто хочет курсовую написать, приходит и случайно «О». На самом деле, я думаю, что скоро будет собираться экспедиция не в поля, там, в тайгу, а давайте вот в запаснике такого музея и едет, 10 палеонтологов перебирает, и там найдет не меньше. Зуб синантропа же нашли где-то в Швеции, который уехал, там же большая часть коллекции пропала, а какие-то ящики успели переправить в Швецию, но там были какие-то там зверушки. И вот среди них выкопали одинокий зуб синантропа, такие, о, все-таки не все пропало, так сказать, не все затонуло. Так. Кстати, вот еще интересно. Подробнее, как по позвонку рост животного восстановить? Именно подробно. Потому что вот в каком-то видео было у коллеги Упоротова, так сказать, что по позвонку аж 60 метров насчитали. А, да там амфицелия. Чуваки вообще едут на самом деле головушкой. Там та же амфицелия есть. 6 позвонков. Что-то там от бедренной кости, и это еще где-то вообще... Это было потеряно. Это еще и потеряно, то есть... И все равно амфицелию насчитали там из этих окаменелостей, там чуть ли не под 70 тонн, длина там у нее, согласно ее родственникам, там... Ну, короче, чисто аниме какое-то получилось. Потому что, на самом деле, если посмотреть, никто не берет, вот, например, известный вот недавно Танос, да, этот абелезаврит, от него нашли, ну, у него, конечно, более вытянутый позвонок нашли, но, тем не менее... Вот по его позвонку единственное, что можно было сказать, что он там типа как-то может быть далеко родственника аукозавра, и это аукозавра его отсчитали, что он там длиной где-то 6 метров. Все, просто потому что позвонок где-то из поясницы. Все, по позвонку никто точно ничего не скажет, даже имея все позвонки от мордочки до кончика хвоста, можно не так посчитать межпозвоночные диски и ошибиться на 20 сантиметров. Ну, особенно, когда чувачок у нас один. Ориентируется, конечно, вот когда вообще один позвонок ориентируется на скелеты ближайших родственников. А тут, если ты определил родственника неправильно, а там какой-то динозавр со странными пропорциями, вот ты решил, вот, ну как было с амфицелием, да? Как раз. Почему он 60 метров? Потому что сначала относили к другому семейству. Потом пересчитали, ну и все сократилось до примерно нормальных, хоть и гигантских, но нормальных, там, по 30 все-таки метров. Но это вот запозже уже вариант. Тот же самый этот диплодок, который раньше был ультразавром, суперзавром, сейсмозавром. То есть он раньше был диплодок лонгус, потом сейсмозавр халорум, потом, короче, диплодокус халорум. То есть как бы...
Тоже он считался, по-моему, 36 метров в длину, 130 тонн. Сейчас взяли, посчитали по-человечески. Ну, тридцаточку, если весил, и то как бы уже... Проблема в том, что диплодоку-то уже при тридцаточке больно ходить. Как бы, ну, надо очень много тратиться, потому что когда ты большого размера, когда у тебя большие мышцы, когда тебе нужно свою тушку держать, у тебя просто пассивная трата калорий огромная. Ты просто не будешь успевать кушать. Так что гравитация-то была меньше? Меньше, конечно же, поэтому же... А кислорода-то больше? Следов дождей-то не осталось ведь. Капли летели сначала вниз, потом улетали. Да, отлетали, то есть это как мемасик. Это шутка, сразу же говорю. Нет, гравитация была такой же, как сейчас. Все. На самом деле, вот как это вопрос доказать? Вопрос закрыт. Как это еще доказать? Ну, кроме того, что... Я думаю, опять же, можно от противного. Гравитация меньше, значит, воздуха меньше. Нас, значит, солнечным ветром все сдует. Да. Все, значит, динозавров не было. Их тоже сдуло. Слишком сложная цепочка, понимаешь? Динозавров не было, конфермит, закрываемся. Все, уходим, да? Да. Так, куда? Так, следующий вопрос. Мы сейчас дошли до 20-го. Хорошо. Там я на самом деле некоторые были не. Что? Ну, у меня номер. Я могу такой референс, так сказать. Пруф. Назовите несколько примеров эффекта Лазаря и какие вымершие животные, возможно, могут попасть в такой пример Лазаря. Архептерикс. Для всех сначала, что такое эффект Лазаря? Ну, типа должен был сдохнуть, но нашли. Когда вот находят остатки какой-то группы, потом в палеонтологической летописи ничего не находят, а потом снова находят. Угу. Есть такая группа, я вот отвечу коротко, вот мой любимый пример. Да? Есть такая группа под названием Христодер. Да, Господи. Люблю эту группу, потому что если мы берем, изучаем любую динозавровую фауну раннего мела, они там просто в фоновом режиме. Некоторые были похожи на крокодилов, некоторые на ящериц. Так вот, считалось, что вот они пережили границу мела и палеогена, то есть динозавры не птичьи вымерли, а их христодеры выжили. Потом вроде бы вымерли. Но обнаружили христодер, вот, перерыв в христодерной летописи, а потом нашли и описали род Лазара Зухус. В честь Лазаря, поэтому для через меня... Через сколько он там, дырка, сколько? Несколько миллионов лет было, вот. Ну, в принципе, где-то вот... Где-то прятались. Ну, они, может быть, просто жили в определенных экосистемах, и эти экосистемы, животные из этих экосистем не попадали в летопись. Вот вам и говорят, вот. Что динозавры-то они были, только они были в экосистемах определенных. Нет, и до сих пор где-то в каких-то экосистемах сидят. Ну, нет. Особенно учитывая, что у нас остался только один остров, на котором мы не высаживались, и то потому, что там чуваки с луков стреляют. Разбомбить их к чертям? Вот да там и они и прячутся. Вот там. Потому они такие злые. Лазарозавр там и сидит. Не, ну на самом деле, вот эффект Лазаря, конечно, если там немножко так отстраненно, тот же самый Археоптерикс, он под эту тему подходит, потому что Археоптерикса постоянно считали предком птиц, а на самом деле это, короче, хрень, которая появилась еще где-то под 180 миллионов лет назад. Mm-hmm. Вот эти вот всякие анхиорнисы там, когда еще начали mm-hmm. формироваться. И потом, собственно, Археоптерикс, по-моему, 160 или 155, что-то он там существовал. Yeah. То есть, по сути, Археоптерикс в момент своего существования уже был 25 миллионов лет как живым ископаемым. То есть, никто уже так не выглядел, все были крутыми, то есть... Там за это время из синрапторов, там, ну, из метриакантозавров уже аллозаврики получились. Уже все как-то эволюционировали. Даже мегалозавры как-то продвинулись. А чувак как был, собственно, непонятной хренью, которая там покрыта перьями, летать не умеет, бегать нормально не может, кости тяжелые. Еще и живет на острове. И они, по сути, Археоптерикса только и выжили, потому что жили на отдаленных островах, которые из себя представляла тогда Европа. То есть, на самом деле, если так подумать, довольно много мы в палеонтологической летописи таких чувачков-то находим, которых вот можно подвязать и на живое ископаемое, ну, на тот момент времени, как и на эффект Лазаря. Так что, все весело. Дальше даже не вопрос, а утверждение. Динозавры умерли из-за темноты. Недавно вышла новость. Так это... Дальше. Дальше. Спасибо. Земля бетоном, как говорится. Вот, нет. Была такая новость. Нет, а есть идея, что когда упало космическое тело, поднялось, затемнило, да. Там, конечно, вторичное импактное событие, короче. Ну, типа, он падает, он поднимает кучу глыб этих, и они все падают, потом вторично, и жгут леса, но... Что-то, короче, нигде этого не нашли, а через 15 тысяч лет на месте падения астероида вообще-то уже лес рос.
Мы сейчас закругляться будем, я так понимаю, уже скоро, да? Пару минут. О, еще. Что, гонят? Вопрос. Не бейте сильно, если он тупой. Очень хорошо. Сходство птиц и динозавров нашли очень много, но вот какие есть существенные различия? Клювик. Ну, если со стегозавром... Не, клювик — это для динозавров типичная тема. Они несколько типов клювов сделали, это вообще... Тем более, что вот, то, что считается вообще птицы практически современного облика, некоторые из них имели нормальные зубы, типа Гесперорниса, ну, да, и Фтиорниса. А по большому счету, вот, чем более к современным птицам, ну, все-таки укорочение как бы хвоста, хотя вот срастание... Перестилизация у всех была. У сканцев была, у оверафтеров. У оверафтеров, да, тоже была. По цевка. Сути дела, вот цевка, опять Чистые же... Цевки ни у кого же не было, кроме птичек. Смотря чем будем, что называют цевкой, да? Если, ну, если полный... не было. Ну, тарзо-метатарзус, отдельные вот эти вот косточки у него были, да. Этот отдел. Но срастания не было, да. Вот. Поэтому, если мы договоримся, вот цевка называется, когда только полное срастание, то может быть. Но хотя... Ну, просто это единственное, что в голову приходит. Нет, мне вот это почему-то в голову не приходит. В общем, не приходит в голову. Так, ну, птицы — это динозавры. Приблазничное окно немножко не такое, там что-то там, может, вот это вот. Ну, вот это вот дырка. Нижнего вот височного, дуги вот этой вот. Такие вот мелочи тоненькие, то есть это как бы, это такие отличия между семействами внутри птиц. Крупнее Скажем есть. Скажем так, человек отличается от макаки больше, чем да, примитивные чем... птицы от продвинутых. Да, даже я бы сказал, на самом деле, от ранних терапод-то, по сути, там, не знаю, как-то там того же ставрикозавра взять, он какой-нибудь там древний-древний, но что-то супер каких-то отличий найти. Так, Саша. Время у нас вышло, а вам нужно теперь выбрать автора. Не нужно? 25 вопросов. Надо списочек посмотреть, я там парочку выделил. Мы позже тогда опубликуем. Давайте мы действительно сделаем так, мы опубликуем все это, потому что, ну, наверняка были интересные вопросы, которые просто забыли, они обидятся, и это не хорошо, неправильно. Мы выберем лучший вопрос уже письменно, два лучших вопроса от тебя, от вас, и отличные футболочки уйдут, значит, авторам этих вопросов. Вот, на сегодня... Спасибо вам, коллеги. Спасибо всем. Мы, так сказать, завершаем нашу работу. Значит, что важно сказать? Так, меня сейчас куда показывают? Туда? Туда. Значит, у нас следующее мероприятие было запланировано на апрель. Мы анонсировали, что мы привезем в Питер Александра Маркова. Это ожидаемое мероприятие по понятным для вас причинам пока что немножко откладывается. Хотя мы его обязательно проведем. Значит, кстати говоря, да, следите за новостями и напишите в чате, как вам наш онлайн-формат. Вам вообще понравилось? Или чего-то вам не хватало? Так, вроде это я сказал. Значит, друзья, еще раз, если вы хотите, чтобы у нас было больше трансляций, больше мероприятий, больше экспериментов, поддержите нас, пожалуйста, на Патреоне. И, значит, в описании к этому видео есть ссылки, где вы узнаете, как это можно сделать. Мы начинаем в ближайшее время краудфандинг, то есть мы будем проводить новый эксперимент. Нас уже задолбали, значит, требованиями сделать вазу из диорита. То есть это ваша ваза из мраморной брекчи, это туфта из диорита. Вы никогда не сделаете. А что сложного? Так вот мы... Это же диорит. Диорит, его ничем вообще не обработаешь. Я ничем. Помню. Вот, но Ольга Вдовина... Базальт бил нормально. Бил, да не разбил. Короче говоря, Ольга Вдовина будет делать диоритовую вазу. Но поскольку она это будет делать долго, потому что она вот предыдущий проект из мрамора, она делала ее 7 месяцев с лишним. И, вероятно, это тоже будет не меньше полугода. Мы просим поддержать Ольгу в этом проекте. Если вы хотите, значит, увидеть вазу из диорита, если вы хотите, значит, чтобы еще раз, так сказать, восторжествовала истина, поддержите нас. Заранее спасибо. А на сегодня мы заканчиваем. Можно буквально одно слово? Огромное спасибо всем, кто задавал вопросы. Очень жаль, что мы не смогли на все ответить. Можно будет это сделать отдельно. Мы постараемся, да, ответить это отдельно. Вот. Ну, может быть, в другом формате, может быть, уже через интернет. Ну, по возможности. Да? Ну, в любом случае, спасибо. Было спасибо, очень приятно. Друзья. С вами был Александр Соколов. И... Да поможет нам сила настоящей науки.
научная станция завершает работу. Внезапно. Да. Всего хорошего.